Не всегда хорошо. А бороду за что видишь? Иконы-то видите, иконы все. То есть бородок нигде нет. Это мало, конечно. Курить курите? Курю. Ну а какая же это дело? Это обман. Человек курящий уничтожает себя. Минимум 12 лет жизни отнимает. Это самоубийство. Вы сидели? Ни разу. А я в 5 тюрьмах отбывал. Я только этот контингент очень хорошо знаю. Очень хорошо. И поэтому выход нужен в полном покаянии перед Христом. И тогда сразу от всего человека. А то другая его жизнь. У нас один обратился, а он там самовский работник, и хотели уже. А его через 4 месяца спрашивают. Ну ладно, ты обратился. А как насчет матерков? Я, говорит, задумался. За 4 месяца я не ругался и даже ни разу не вспомнил. Я, говорит, забыл, что я матершинник. Это Христос освобождает. И при том сразу. Не так, что вместо табака положить там леденцы, сосать, как говорят, отвыкать, антиникотинные уколы делать. Нет. Евангелие считаешь, человек, к Богу приближается. Время для нас есть. Вам сколько лет-то? 46. Мне 73. Вы мне сынок. И поэтому я могу вам передать опыт, который дал мне Господь. Вот едем по России с Благовестием, Евангелием, везде раздаю библиотеки, книги. Книги-то считайте какие? Слава Богу. Роба. Пойдем. Сибирякам привет. Ой, сейчас у нас, у вас, у меня. О. Ну это правильно. Правильно. Да, всю страну. У меня 3300 друзей, я вот эту секунду буквально раз все передал, фотографии, материалы. Мы еще, сайт делаем для собора. Отдельно.
дальше еще есть. Можно я присяду? Пожалуйста. Потому что я плохо слышу, мне удобнее так. А какое ухо слушать? Вот это мое. Давай сюда. Давай. Согласен. У меня левое... У меня повреждение физическое там проткнутое. Значит, о цели поездки сначала, повторю, кто не знает. Мы называем ее миссионерской благовестнической миссией. Большой подвижкой к этому служат и слова патриарха Кирилла. Он говорит, дали свободу, храмы открылись, народ хлынул, и батюшки думали, так всегда и будет. Но прошло время, сектанты, обстоятельства расхитили храмы пустые. Итак, меняйте тактику, выходите на распутье дорог, ищите. И об этом говорит Андрей Кураев. Это газета «Литературная», очень известная газета, заголовок «Миссионер 21 век». Он говорит, если мы это не поняли, не выйдем к молодежи, через 50 лет будет московский халифат, но не московский патриархат. Мы едем с литературой, у меня 38 книг, и в каждой библиотеке оставляем. Дальше идем по квартирам, раздаем приглашительные, где бывает около храма, бывает где-то дом культуры, бывает на стадионе, собираем людей, выступаем, рассказываем о Христе, раздаем, кто пришел, уже Новые Заветы даем. Это все у нас купленное. То есть у нас огромная стоимость здесь. Вот за одну поездку мы на 225 тысяч отдали. В прошлом году, просто на прошлом, на 1 100 000. Ну, Господь благословляет. И тогда, где нет храмов, направляем их к местному епископу. Ну, здесь, к местному, там, или часовню, или хоть временами, чтобы приходил. Это я говорю, как мы... Теперь наш путь, если Господь благословит, надо разузнать дорогу на Курган, Челябинск, на Пензе и выйти на Тулу. А оттуда на Москву, и тогда мы обратно возвращаемся северным путем этим. А может быть, еще на Тобольск. Значит, я владыку нашего Евтихия попросил, чтобы побеседовать. Вот вчера мы много потеряли времени в Омске. Мы даже не узнали, как владыку звать. Владимир. А? Митрополит Владимир. Нам так сказали. Ну... Не увидели. Я выношу книги, второе издание Нового Завета, симфония на жития святых. Вышел секретарь. Я к владыке... Владыки нет сначала доступа. Потом будет. Ушел, и может больше часа. Мы не можем, нам в степи придется ночевать. Ну и забрали книги и ушли. Владыки недоступные. Они отгорожены от народа. Там не такие, там одни люстры, там ход, как что это. Это князья народа. Хотя Павел говорит, не господствуйте над наследием народа. Я был у владыки Владимира и очень долго не мог с ним встретиться. Вот. И тогда, сейчас там люстру все, владыка Феодосий после себя оставил ноль. Ни церковных помещений, ни копейки, ни в одной храме. Ничего, полностью. И вот он с этого начал. Личных дел нет, канцелярии нет. Пустыня. Вот. И я когда к нему пришел, все там ободрано, там этими дрелями стены бьют, тут штукатурку это оббивают. И в таких вот условиях, да, и у него это приемное там, и там негде сидеть, там стоит народ. Это Феодосий оставил пустыню. А куда он-то сидел, Феодосий? Продал, увез. И почему он снял? Это не мое дело. А, ну главное, он до этого был митрополит, почистил. Это то, что я застал. Вот. Но, значит... но дело в том, что когда я перешел в зарубежную церковь, многие из московского патриархата сочувствовали мне. Почему? Потому что знали, кто такой владыка Феодосий. Если бы его не было, ни я, ни отец Иоаким, никто из нас не перешел бы в зарубежную церковь. Нет, вот, потом, то есть, и вот этот народ ждет, и мне даже неудобно было, что меня без очереди туда провели, владыки. Вот. И мы говорили с ним очень так по-простому, и искренне, и, как говорится, насыщенная была беседа. И нам часа не хватило. Есть о чем поговорить. Да. Но выхожу... Там все эти бедные люди стоят, но ведь бедные люди. Потом двое ко мне подходят, значит, представители местной культуры. Хотят ему подарить собственные книги
стихов там, да, вот. Ну, простите, ну, передайте ему. Зачем время отнимать? Вы знаете, и мне, у меня такое было впечатление, что ему как будто специально засылают туда пустоговорящих. И совершенно отнимает время. И, конечно, ему нужно было еще и завершать дела в Среднеазиатской епархии, туда постоянно включаться. Потом он возглавляет какой-то большой фонд всероссийский в Москве. Вот. И хотя он уже престарелый, но довольно-таки деятельный человек. Деятельный. Так что я думаю, что по одному эпизоду, что он не смог встретить, составлять мнение о человеке совершенно неправильно, и вы негодно поступили, главное, сделав неправильный вывод. Вот это я ужасаюсь. Как это? Но мы были... Я пришел к тебе сейчас, а ты мне время не уделил. Да ты кто такой? Да и все вы такие. Ну вы что? Чокнутый народ. Я ему говорю, секретарю. Ну, давайте передайте. Я говорю, я вам не стихи передаю, о чем Владыка сказал. Я передаю труд, на который я потратил 15 лет. И прошу даже не 15 минут, а только благословение выйти. И никого нет в приеме. Что сказал Владыка, под ногами у нас это не путается. Ни одного человека нету. Заходят женщины, полураздетые секретари там, и священники один за другим, трое только ходят, и все. И ушел секретарь, около часа секретарь. Я говорю, мы уходим, там поставили посыльного. Он говорит, секретарь у него, около часа секретарь. Но это в любое время, у нас отпусти, мы не можем дальше. Но где-то надо выбрать куст, под которым поставить палатку, развести огонь, приготовить, или мы уезжаем. Я вот о чем говорю. И притом, это не один, а 100% владык все так обращаются. Митрополиты, вот допустим, где бы мы ни были, ответ один. Нет, я пришел с дарами, с тем, кого вы из рук не выпустите. Одну симфонию на жития святых. Ну, хотели восьмой том настольной книги священнослужителя взять, тогда был, кажется, Просвирин. Я принес труд, на котором стоит благословение епископа Евтихия и Максима. И прошу-то ничего, только благословение, и мы вышли сразу. И здесь намного глубже. Да, вопросы какие будут? Да. Это осуждение мне надоело слушать. Нет, это не осуждение, я говорю, как нам это вопрос? Осуждение абсолютно. И нас спрашивают. Чистой воды. Да. И вы учитесь духовной жизни. Духовной жизни, Владыка, вот как. Ну, мне... Что значит не осуждать? Не осуждать, это означает не выносить окончательное осуждение, что до суда нет покаяния, только в этом. А рассуждение дается нам. И мы должны видеть, иначе Петр осуждал, говорит, не доследуйте. Павел назвал их лютые волки, так Павел уходит первый, осуждал священников. Нет, конечно. Вот мне задают вопрос, Владыка, вы оставите память о себе по некоторым большим параметрам. Я хотел сразу сказать, а потом уже вопрос. И говорит, вы знаете, чтобы приезжающие епископы не делали там смертные поборы? Все, я говорю, знаю, называю тихие. Никогда этого не было. И мы где бы ни вопрос не задавали, его везде задают. Когда посещает какую-то общину или что, архиерей. Результат один. Я говорю, я знаю такого Владыки, который никогда этим не занимался. А вопрос вот в чем. Сначала личного порядка. Вы сколько лет епископом были? Ну, я продолжаю быть. Ну да, а вот так, чтобы прийти. С 84-го года. Вот. И вот события, конечно, менялись, все это уходило, приходило, менялось. Ой, не жалеете, что стали епископом? Ну, я не по выбору, а по необходимости. Понятно. Ведь тогда был Валентин, и тогда были эти раскольники, которые полностью подмяли под себя все зарубежные приходы на территорию России. Но нужен был какой-то выход. Ни одного епископа не оставалось. Приехал Варнава, надел еще больше зла, чем Валентин. Ну. Я хотел еще спросить вопрос, который сегодня всюду и везде говорится. Это очень большой вопрос о России. Как вам видится... Вот дальнейшее, по сути, ну, в том видении, которое вам открыто. Ставят вопрос об октябре, и самое большее 2 года. Россия делится на части, уже карты во всем мире, какая сейчас отходит Англия, Германия и прочее. Наши действия, как христиан, вот в этой ситуации, какие должны быть на первую очередь? Крепить любовь между братьями и сестрами, крепить любовь в семье на приходе, делать дела любви.
тогда молитва наша будет живая. Потому что вера без дел мертва есть. Мертвой верой ничего не добьешься. А молитва плюс вера – это живительная сила, которая содержит мир. Если только священники, не дай Бог, пойдут в общественную деятельность, заниматься политическими событиями, а кто же будет молиться? Кто будет учить молитве? Сегодня... Потом все священнодействия должны сопровождаться проповедью. Потому что у людей нет элементарной веры в Бога. Очень много суеверий, в том числе и церковных суеверий. Вот. А веры-то простой, детской, что кто такой Бог? Творец всего. Времени, пространства, материи, энергии, жизни, разума. Такая простая истина. А люди, вот вы ездите по деревьям, да? Они не знают этого. Совершенно. Вот, и про Матронушку знают. Вот. Про Бога Отца не знают. Про Бога Сына не знают. Бога Духа Святого. На дух не знают. Ну, где же молитва-то? Как она родится, из чего? Сегодня... И поэтому я вот как представитель поповки. Вот, я поп-консерватор, можно сказать. И я вижу, что очень много дел внутри церковной ограды. Внутри. Какое там нам на стадион идти, если у нас здесь стадо зашло и вышло, осталось тем же бараним стадом. Батюшка отказал что-то там в отчитке. Нашли дедушку в деревне. Нашепчет на воду. Ну. То есть, чтобы у людей перестало отношение к церкви как потребительское, что на бытовые нужды, для здоровья, для того, чтобы сын перестал пить, для того, чтобы дочь перестала наркоманить. А сама-то в Бога-то не веруешь. Я говорю, так вы сами-то прочитайте Евангелие. Да при чем тут Евангелие, у меня вот страдает родственник. Так ты прочтешь Евангелие, ты послушаешь Бога, ты будешь к Нему обращаться, Он будет слушать тебя, потому что ты Его. А кроме Него ничего, никакой ни психолог, ни нарколог, ни дедушка, ни бабушка, ни экзорцист какой-то церковный, никто этого не сделает. Что должна делать молитва матери. Вот. Потом у меня много есть то, что я должен еще сказать, написать. Это и об экуменизме. Потому что придумали из экуменизма какое-то пугало огородное. А по существу, что такое экуменизм, никто не знает, но протестует против него. И обвиняет там патриарха и все. Уния с папой, да наши архиереи, вот вы говорите, да, у них есть особенные черты поведения. Да как они пойдут под папу, когда им самим надо быть папами? Ну кто же согласится-то? Абсолютно точно. У нас каждый поп папа, не только архиерей. Вот, а Лепечий там, вот он с папой там повстречался, вот комиссия там переговаривает, да у нас внутри церкви больше накопилось заблуждений, чем католической и протестантской вместе взятых в церковь. Вот. Особенно бытовом уровне. А если взять доброе оттуда, как учил Василий Великий, то будь как пчелка, она из ядовитых цветков собирает мед целительный. Вот. Так это разве вред церкви? Вот. И потом... Сколько экуменистов совершенно не выцерковленных. Сколько критиков церкви, которые ни разу не переступали порог церковный. Вот меня засняли, когда я народу объяснял, что говорю, надо идти на выборы, потому что готовят бучу. Нам не надо какая-то воду мутить.
самое, как говорится, безопасное, пусть вот этот Путин и будет. Все. Сейчас каждый день по-новому выставляют на интернет, причем в нескольких окошках, вот, поп агитирует за Путина. И вот отзывы читаю. Какая антисанитария? Все одни, один и тот же крест целуют. Ну, люди, ну, церковь-то рядом, ворота открыты. Так загляните хоть раз. Вот, слава Богу, что, как говорится, вот я такой, ну, хотя бы это привлекло вас, чтобы заглянуть хоть в замочную скважину, что в церкви делается. Вот. А, так что, конечно, я Андрея Кураева считаю одного из лидеров, как сказать, миссионерства. Так же, как и батюшка Дмитрий Смирнов. Хотя последний действует очень самоуверенно и порой допускает неточности. У меня на форуме как раз их материалы стоят, выступают они, точно такие же отзывы я даю. Кураева недавно спросили в интернете, а кто такой Лапкин? Я говорю, я знаю, он не сказал, что ко мне домой приезжал, и все до одной книги, 38 книг у него есть. Ну, он такие слова сначала сказал, говорит, это один из самых известных там богословов, там современности, Сибири, и самый строгий критик патриархии. Но не указал себе, какой патриархии. Вот. Вот относительно катехизации, сегодня много говорит и патриарх, и все понимают, нет. Что без этого вообще ничего нет. Что пришел, там ладошкой мокрой стукнули по лбу или по крапе. Я, допустим, сейчас для себя сделал вывод, что самое благодатное время, момент для катехизации – это похороны. В любой другой момент люди приходят на беседы. Покрестить надо там племянничка, да? Вот. Батюшки бьются, как говорится, доносят. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Племянника покрестил, и все. Что было, что не было. Даже в тюрьме. Пока в тюрьме, слушают прилежно, записывают, вопросы задают. Вот. У меня там еженедельная... Один раз в неделю служба, ну, там молебен, через раз молебен, через раз исповедь. Ну, и обязательно, конечно, с проповедями. Вот, и занятия школы один раз в неделю. Но там выйдут на свободу. Ребята, ну, вроде бы те же, да? А у них ничего совершенно. Вот о чем мы беседовали там. Евангелие разбирали, вот, на вопросы отвечали, абсолютно ничего этого нет. А когда люди видят скоротечной жизни на иллюстрации умершего брата или сестры, вот, здесь у них уже ушки на макушке. Вот здесь вот приоткрытое, вот тут вот надо семечку бросить. Вот. Ведь у нас опыт с Владыкой здесь. У него опыт такой, что при похоронах это самое благоприятное время. А я за 50 лет убедился, что самое неблагоприятное. У людей только одно, как поскорее зарыть, это уже на разлагающийся труп, а дальше свои дела, и они забыли. Но у него вот такой опыт, это наш опыт. Я-то, видишь, на большие аудитории, по телевидению, по интернету. Ну и вот я так убежден, что человек на первое место должен все-таки выдвигать. Для меня, как эпиграф, это слова Серафима Саровского, «Стяжание Духа Святого». Я по сей день не уверен, сказал ли он эти слова, или его им приписывают, но во всей патристике русской ничего выше этих слов нету. В этом все. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Причащайся, ты ходи, исполняй. То Духа Христова не имеет. То есть все это можно делать механически, без Духа Святого. Бог приемлет только, он, я считаю, написано, обетовали души Духа Святого. Вон, тропарь, прямо перед глазами у меня. Это центр всего. И Господь говорит, сидите, не двигайтесь.
ждите обетованное, обречете силы и будете мне свидетелем до края земли. Но это наш опыт. У него это его аудитория, я его опровергать никак не могу. Но то, что я говорю из опыта, я могу статистику выдать, это тоже невозможно опровергнуть. У меня вот вопрос катехизации, который, ну, как напомнил слова патриарха. Некоторые теперь вывешали объявление, так, перед крещением должна быть катехизация, в скобочках, два занятия, в скобочках, там, по часу, по 20 минут, спрашивается. Человек, который, как сказал владыка, воистину, ничего ли не знает, что можно узнать за 20 минут? Как перед крещением, человек тискает ребенка, ему надо скорее уйти. Больше ничего нет. Как это так? Да приди в спокойной обстановке, без крика ребенка. Это не катехизация. Вот у нас катехизация 450 часов академических. Это Новый Завет. И еще после того, когда люди сознательно пришедшие, примут крещение, и еще 50% уйдут. Уйдут в мир. А что говорить там, где ничего нет? Там вообще ничего нету. И поэтому насчет катехизации, вот какие ваши рассуждения, мнения, как бы ее поставить-то, что в виде предложения другим батюшкам, когда они спрашивают? Я занимаюсь своей сферой, своем кругу, свои обычаях и традициях, вот, потому что застал старорежимных священников, родители у меня были глубоко верующие, и папа у меня 7-го года, вот, дед у меня был в свое время послушником, потом, после войны Первой мировой, вернулся в монастырь разогнанный, стал жить в мире, семью завел, потом неизбежно в лагерь, и из лагеря опять в монахи. А я скажу, знаете, как хорошо все у Бога вымерено. Если бы послушник был, это уже ступенька к монашеству. А если ступенька к монашеству, вас бы не было, и мы бы не сидели сегодня на одном диване. Ну, пути Господни несповедимы. Ваня бы не родился. Что было бы, если было бы, это называют так, что мозги только сушить такими вопросами. Что было бы, если было бы. Да. А, вот. И поэтому я считаю, что внутри церковной ограды жизнь должна быть гораздо глубже. Вот. То есть ко всем таинствам и обрядам относиться нужно с подобающим вниманием и благоговением, потому что они очень много дают. И потом каждое богослужение, даже требует исправления, вот, священникам еще много-много есть возможностей использовать в качестве катехизации. Когда человек сам обращается к тебе, то это гораздо лучше, нежели ты где-то там нашел и начинаешь ему что-то стараться передать. А он тебя не искал, поэтому ты ему не интересен. А если когда вот вы, даже у вас это, в планах миссионерских поездок, что направить в храм, но в храме-то должно быть содержание, насыщенности. Вот над этим, я думаю, что вот нам, церковникам, и нужно. И поле здесь, как Христос говорит, что необъятное поле делателей мало, так оно и остается до сих пор. Мне в университетах, я в разных преподавал, там по радио, когда вел 3 программы, вопросы иногда повторялись. Ну и люди знали, конечно, жизнь. Я скажу, что меня Бог хранил от позора перед людьми. Я ни женщин не знал, там ни пьяным меня не видели, ни курил, ни одного слова скверного не сказал матершину. И поэтому люди относились серьезно к сказанному. И говорили, а что бы вы сделали, если бы вы были патриархом? Это у меня в книге помещено есть. Я пишу ответ. В первую очередь, не приведи, спаси и сохрани, Господи. Такую ответственность. Ну а если бы такое все-таки случилось, я говорю программу, первое, что я сделал бы, прекратил строительство всех храмов на время. И все средства бросить на издание новых заветов, на закупку эфирного времени.
проповедь Слова Божия. Потому что патриарх, когда проехал по Востоку, сектанты все абсолютно заполонили. Он один сектант сотни православных стоит. Они идут от дома к дому, они конкретно говорят, вы видишь, что иконы идолы, и на этом даже не идет. Ну, когда с ними говоришь, их разбивать даже не стоит, они разбиты. Но для людей они знают Писание, да, они любят Библию. Но любит он 2-3 стиха, дальше он даже не видел, что в храме, куда ходил Христос, были иконы от пола до потолка, он понятия не имеет. Ну, второе, что бы я сделал, открыл бы 1000 училищ, минимум в один день. Притом это все посильное. И далее перечисляю, кого бы я поставил туда. Все, особенно на это. Я говорю, я поставил бы, попросил самых лучших баптистских проповедников, которые дали бы подписку, что нигде никак не коснуться ни одного догмата православия. Против-то. Привить у людей любовь к Слову Божию. Это настолько трудная задача. Если авторитета нету в Святой Библии, ну, проще сказать так, дым. Когда Кирилл и Мефодий собирались, ну, были уже готовы в командировку отправиться с славянским, первый вопрос был, письменность у них есть? Он говорит, нету. Он говорит, велами писать по воде. Это, говорит, словеса писать на воде. В первую очередь дать это, дать Слово Божие. Вера от слышания. А какое слышание, когда на 1000 человек, у нас там Коробейниковская икона, там каждый год окрестные ходы идут, на 1000 человек населения ходит 6 человек. Мы в прошлом году прочесали вдоль и поперек эти села, приехали несколько машин. В каждый дом занесли Новый Завет, подарили, купленный нами, 450. И мы нашли во всем этом селении Коробейника только 3 Новых Завета. Бабушку спрашивают, Нина у нас, а у вас что-то есть посчитать? Да, у меня божественная книга есть. Бабушка, покажите. Она вытаскивает такой сольник, там, ну, разные приметы. Это божественная книга. А у вас что? Мы говорим, Новый Завет. А что это такое? Ну, как Христос жил? А, я думал, это поминальник. Нам что надо, отец Роман скажет. Авторитета нет ни Библии, ни Христа. И поэтому, а дальше, я говорю, подыскал бы место, где укрыться, чтобы к вечеру не убили. Имя свое менять бы не стал. Так там вот как сгомозили, да я не патриарх, я просто ответил. В прошлом году я послал большое письмо патриарху, и электронное, и в письменном виде. Как наши священники к благовестию относятся. Я говорю, людям трудно поверить. Мы в каждый дом заносим Евангелие. Священники изымают Евангелие, во дворе церковном жгут и рвут Евангелие. Это невообразимый, даже не грех, это уже это запредельно, что-то дальше греха. Еще нам можно будет ждать. Я говорю, вы как патриарх, вы за все абсолютно будете отвечать. Кого вы рукополагаете? Посмотрите, я приглашаю вас в гости. Мы можем показать вам конкретный, ну, труд. Я 17 лет работаю в тюрьме. Священник один день пошел, один день только он был. Я говорю, 470 человек крестил. Я 17 лет хожу, ни одного не крестил. Они не готовы. Ну, как сейчас у вас там ходит один. Я говорю, ты чего же не был-то на молитве? Ну, не всегда. А сколько? 3 года здесь куришь? Да, курю. А дальше у него ничего нету-то. Ну, как его крестить-то? А он любого, кто хочет, а им лишь бы выдраться из камеры, и они все хотят. Поехал священник в этот женский лагерь, в женском лагере там, ну, небольшой, 700, кажется, 50, 748 приняли крещение, причастились. Но они ни один не меняются ни в чем. А Златоуст говорит, тело мое лучше отдам сам, чем тело Христово, недостойно причащающимся. Тут надо работать намного выше, брать уже. От патриарха до низа. А как? Плакать и молиться. Чтобы вернулись ко всей определенной серьезности, что за все это будем отвечать. Ну вот вы, говорит, настоятель храма, что бы сделал? Ну первое, что сделал бы, я бы храм закрыл. Закрыл его на замок, амбар, ну тут не такие деньги. Как сейчас он, эти девки плясали в Москве. И, ну мне с монастырей отовсюду звонят, что там делается. Это сейчас там Чаплин требует там возмездия, их двоих посадили. А там разные невзоры против, там такая буря идет. И это все утишить можно одним росчерком пера. А что именно? Храм закрыть. И молиться возле храма, и сердце народа всего обратиться к храму. Он осквернен. А через 3 месяца сказать, будет освящение храма. Никого не надо преследовать. Народ настороже. И сейчас, почему патриарх сказал стояние-то? Потому что патриарха, как говорится, и хвост и в гриву со всех сторон. На него такое ополчение, он призвал, это уже, ну, критическая обстановка. А народ, я в народе, я один из представителей народа, и я вижу, что расположения к церкви нет. И вообще не хотят слушать. А можно повернуть? Я как бы задаю всегда вопрос со стороны сам себе. Можно. Как? Народ всегда на стороне страдающих. В первую очередь Господь повернет их. И, а где в храмах они плясали, там мочились, все одинаково закрыть. И молиться в дождь и все. И народ в течение 3 месяцев обратится. И возвратится в большем количестве. И закрытый храм
сразу благовестие во дворе, дальше через 2-3 недели по одному, которые покались, выходить, все. У меня было, я в одном храме, не в храме, а при храме занятие было, проповедовал, говорил, и два священника покаялись, священники покаялись. И они вышли перед народом, я романах один, теперь он в Дивеево служит, и сказали, мы Бога не знаем, мы священники. И дальше начали исповедовать. Он показывает рукой, я не видел, ну, примерно вот такие, говорит, две стопы волшебных молитв принесли до храма республиканского масштаба Фрунзе. Сожгли, и только на последней неделе стал, говорит, исповедовать снова и причащать. Работы море и даже океан. Ну, у меня программа, программа, я невыполнимая, ее никто не будет выполнять, то, что я говорю. Но я знаю конкретно, без покаяния, без труда Духа Святого ничего не будет. Я тебе вопрос это задаю для того, чтобы... И нас подвигнуть к этому. Вот сегодня много говорят о царе, о злодействе этих. Как вы мыслите, почему постигла Россию такая трагедия страшная, которой в мире не было никогда? Сейчас пришла статья «Комсомольская правда», и там написано, если бы большевики не победили в 17 году, нас, россиян, сегодня было бы 600 миллионов. Это выкладки Менделеева тоже подтверждают. И сегодня продолжают голосовать за коммунистов. Да достойным и полным уничтожением, которые программу масоны ставят. Какие же мы? У нас не на краю гибели, зато вот, говорит, голова свесилась на краю пропасти. И мы опять туда же за людоедов поднимают руки. Мало того, я скажу, из священников может быть половина за это. Но тогда порядок был, Сталина канонизировать надо. Ну, иконы его прям в храмах ставят. Ну, а на это, в Латвии сейчас канонизировали Гитлера, и иконы, все. Безумие-то нет предела. Ну, а чем Гитлер-то хуже Сталина-то? А что делать, всегда спрашивают, начать с себя. Обращен ты или нет, родился ли свыше, как Дух Божий действует. И с этого начинать, говорится, отползать от края пропасти и начинать работать в семье, о чем Владыка сказал. И все это в любви делать. Еще интересная мысль была, люди вот разговаривают, мы хорошо с ним говорим. И вдруг мы не заладили. Я повышаю голос, он в ответ повышает. Наконец уже видно, что мы дошли до колена, и мы кричим. А кричим-то рядом, что еще кричать. Это означает, что мы духовно настолько отдалились, что друг друга не слышим. А когда люди любят друг друга, говорят, они иногда даже шепотом говорят, а иногда просто смотрят в глаза друг друга и целуют друг друга. Вот это состояние единения душ, оно должно быть в церкви. А возможно ли это? Да, возможно. Сколько лет требуется? Ну, по меркам Чили для восстановления страны 444 года. Я всегда отвечаю, один год. Как? А патриарх Алексей I сказал, отучили молиться, отучили трудиться. Мы вот дорогой едем, ну, возможность позволяет, вытаскиваем палатку, становимся на молитву. Помолились, совершенно другое место. Между нами что-то тоже там бывает, но мы один коллектив. Молитва, о чем начался разговор. Но молитва не просто стояние, а это полное соединение с Богом. И в конце говори, Господи, слушай раб твой, как Самуил говорил. Можно молиться и идти вопреки заповеди Божьих. Вот он, батя, Владыка помянул, у Кураева это, я иногда думаю, то ли они нарочно это так мутят, то ли что. Кураев, такой он умница, говорит, ты. Ну что бы сделали, отец диакон, если встретился бы вам антихрист? Ну я подошел бы, сказал, рад познакомиться. Это же офонарить надо. Это за 1000 лет вперед люди содрогались со слышания об антихристе. А девки эти заскочили. Ну, накормил бы блинами, если можно, ущипнул бы. Вы слышали? А от чего этот выход? Мы скоморошничаем в этом мире. Мы должны до земли опустить голову свою и сказать, я виновен. Начинать с себя. Моя семья непорядок только из-за меня. Мои отношения плохие с Владыкой. Не он виноват, я виноват. Я забыл аранжировку это где-то что-то, и как. Это самый конструктивный подход. Гибель царя сегодня. Давайте все каяться в гибели царя. Стоит ли это делать, Владыка, или что-то другое в отношении царя? Ну, если своих грехов нету, тогда за царя каяться. Так-то, дай Бог. Виновный в царе убийство. Самому дожить до, как говорится, искреннего покаяния. Вот мой дед 92 года прожил. И говорил, очень много у него было болезней, вот уже сонбенный при погибели. И говорю, о, как долго Господь ждет моего покаяния. Да в гибели, повторю вопрос, в гибели царя не только виновна, а почему это произошло и такое крушение храма? Это просто Божья воля.
Это Божья воля, что мы в этом данном живем. Мы, конечно, должны делать выводы для себя, но перетирать все вот эти события, искать там какие-то новые открытия, что вот еще один миллиардер нашелся еврей, который в этом участвовал. Этого не нужно делать. Абсолютно, да, и аминь. И второе. Не дожили мы посмотреть более открытым оком на это, что мы приблизились к той же грани? Я всегда говорю, что нам сделает Путин? Маленький человек с искореженной совестью в КГБ. Он делает то, что ему занаряжено. И Бог не допустил бы его это делать. Человек от масонов. Что он может делать? Но если России назначена гибель, и они разлагают сейчас войска, вводят там разные базы НАТО, он правильно делает, меньше крови будет. Я говорю, более благоприятного времени в России, как сейчас, никогда в мире не было. Такую Бог дал свободу. Я могу сейчас залезть на колокольню, и оттуда, лишь бы это не прогнал меня, и свидетельствовать. Ну, мешают, я пойду на бочку залезу. Никому ты не нужен, я свидетельствую это. У меня нет места, где бы я не пропал. Просто трудно в городе найти правда, обувной будки. На всех заводах, воинских частях, милиции, КГБ и везде не просто я пропаду, а за мной приезжали. И скажу, что единицы везде находятся эти люди. А возможно, что повторение истории подошло к тому же витку, и сейчас будет разложение как страны при царе Николае, как было при Горбачеве, Ельцине. И сейчас, ваше мнение, какое, владыка, о будущем России? Ну, я говорил уже о том, о системе, которая выстроена, которая предназначена единственная цель, что с этой земли, с этого народа взять материально все, что можно. Все, вот это вся внутригосударственная политика, если это можно так назвать. Вот она заключена в этой системе, которая вот настроена на этот лад. Вот. Конечно, хорошего ожидать тут ничего не приходится, но как часто бывает, так что чем хуже внешние обстоятельства, тем бывает больше внимания к внутреннему миру человека. Вот. И то, что, как говорит, там, с ерничанием, там, с сарказмом, шутками, приголубками, когда подпирает, там уже не до этого. Тогда уже начинается серьезный разговор. И с самим собой, и серьезное обращение к Богу. Вот. Поэтому совершенно не интересуюсь, кто там к власти придет, какая партия, потому что это одна система. Вот это слово емкое и правильно. Многопартийная система, которая управляет страной. У нее нет никакой идеологии. Вот. А есть только одно. С этой земли, с этих людей взять все, что можно взять. Ну, никакой идеологии. Мы знаем, конечно, результат, что это посоление Антихриста, комитет 300, что они делают. А этим дозволили отбирать и все. Да, действительно нет. Но общий план там из левитского колена, он поступает, они выполняют. Они тоже допущены. И вот сегодня народ метется, куда спрятаться. Восток практически потерян, около 25 миллионов китайцев. Это официальная статистика. 4,5 миллиона гектар уже продано окончательно в России. Миллиона. Которая там по Амуру, или это берега, река, это все, острова, все уже отдано. Я говорю, а почему вы решили, что эта земля должна пустовать и наполняться мусором и пьянью? Земля принадлежит Богу. И не можем мы распорядиться, не оценили это богатство. Господь, он же владыка, он и отдает ее другим. А какой выход? Ну, я говорю, вы какой нашли? Ну, у нас некоторые уехали в Нижний Новгород, приезжают, а там базу НАТО строят. Они развернулись в Ульяновск, а там митингуют против базы НАТО, перегрузочная база. Ну, они пообещали. Это они дадут, это 2 миллиарда за то, что она перегружает. А теперь посчитали, самолетов 75, в каждый самолет 2 танка, дивизия танков в течение дня может быть. Что сделаете? Ну, а вы бы что делали? Меня отовсюду это спрашивают. И Португалия, и Италия, и столько отовсюду звонков. Я знаю только один путь. У меня эпиграф. 118-й псалом, 164-й стих. Теперь. Если некоторые не знают, я просто поясняю. Я служил в морфлоте, и там две буквы МФ. Морфлот. И вот в жизни у меня что было там, я все оставил. Теперь МФ.
И там написано, Давид говорит, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. От Бога это. И у меня осталась молитва и форум ФФ. 7 раз встать на молитву. А что означает 7 раз, 1 раз? Давид Златоуст говорит, при множестве государственных дел находил время, почему ты не находишь? 1 раз разовое, это означает Божьей милости, 3 святое да Отче наш и 100 поклонов. А как 100? 10 Христу, 10 Божьей Матери, 10 Ангелу-Хранителю, Иоанну Крестителю, Николу Чудотворец. Дальше пророкам, небесным силам, мученикам, с добавлением своих слов, что, чтобы никто не принял начертание звери, святителям, женам и девам. 100. На все про все уходит 7-8 минут. Проходит время на молитву. Вот в прошлом году у меня вот это работал, там один брат нанял его. Ну, там мало платил. Я говорю, ну, а одно выполнять будете, я отдам 2 с лагеря работникам. Чтобы 7 раз в день они молились. Он говорит, так и я с ними буду. Вопрос нет. Они 1.5 часа проработали, сразу уходят, там у него коровник. Помолились, 7-то минут, ты понимаешь, на перекур больше уходит. А настрой какой. Понимаете, все как шелуха отходит. И вот этот эпиграф мне дает возможность смотреть на все как бы отстраненно. Да, Россия погибает. Ну, погибло Сирийское царство, Римо-Греческое. Почему мы должны думать, что да, Россия там в 1613 году, да я тоже был здоров, выздоровел, ну, когда-то же я умру. И государство умирает. И нужно за все Бога благодарить, суды правды его. Как бы трудно не было, как тяжело невыносимо, я патриот. Это везде пишут, какой вы патриот, вот с детьми, я нынче 40 лет в начале детского лагеря без помощи государства, 1000 детей, ни рубля не дали. Я в разных университетах преподавал, тут в одном так и 17 лет. Проректор посчитал, почему вы не получаете, как же вы бесплатно. Тут же выписал там, ну, стоимость большая, они меня провели сразу по ставке профессора, да еще с какими-то накрутками. Пошел получать ИНН, нету. Я процесс выиграю на 100% знаю, если я из-за ИНН буду, что без ИНН могу платить. Я развернулся, ушел по сегодняшний день. На душе радостно. Если мы вот это молитву форума возьмем, не форум тебе, а молитву 7-кратно в день, вопрос снят. Вот он стоит, я смотрю изображение, Варфоломейка стоит. Стоит и руки сложены молитвенно. Перед ним стоит неизвестный без имени иных. Тоже молитва. И куда ты ни глянь, молитва начинается, молитва окончается, наш разговор этим начался. Народ, вот отучили молиться, отучили трудиться, повторяю слова Алексея Первого. В этом суть. Люди вообще не знают молиться. О чем я буду молиться? А о чем молиться? Вот я иду по домам, бабушка лежит, дом зашли. Баба, а что ты лежишь? Да не могу я, у меня немощи такие. Ну ты сегодня вставала, на двор ходила? Да, ходила. Ночь спала, спала. Да меня сын оставил, уехал. А у другой невестка. Баба, ты живая, у тебя смотри, ты меня видишь, вижу. Да какое же ты имеешь право лежать? Да ты ночью молилась бы, молилась о патриархе, молилась о правителях, звать его Владимир. Что Бог дал, на мозги ты ему положил мудрые законы издавать. А сегодня землю оформить, которая у тебя под домом в Москве, 264 подписи. Так сколько же их там нацеплялось, этих там... Я говорю, как клещей на шее у быка весной. Почему ж ты не молишься? Ты знаешь, твой председатель совета, молись. Да продлит Господь милость и мирное время, как многие еще найдут. Молитвы нет, в этом вся суть. Абсолютно все в черном свете, недовольство, непрерывное брюзжание. То есть это не видение самого себя. Молитва открывает зеркало, и ты начинаешь смотреть. Оно уже не замутненное, Дух Святой протирает его. Люди не умеют молиться, приходящие даже в храм. Я говорю, ну, крестится, я подошел. Я говорю, парня подошел и спросил. Я говорю, ты крестишься почему? А 2? В армии эти. Баба сказала, покрести, сейчас там убивают в армии, вешаются. Это не 2, не 3 тысячи. А товарищ, ну, мои друзья, я тоже заодно. Я говорю, а кто такой Христос? А он его спрашивает, а кто он? Я думаю, инопланетянин какой-то. Второй, который больше знает, а который меньше, тот еще не ответил. Это я случайно натолкнулся, не где-то в Тобольске. А священник, когда узнал, что я спрашивал, и брата моего, он в алтаре, так он теперь, наверное, архиерею пожалуется на меня, меня же снимут отсюда. Он пошел совершенно в другом направлении. У нас боязнь архиерея, архиерея боязнь синода патриарха. Бойся только Бога и смотри выше. Выше того, что перед тобой, перед глазами. Зашел в храм, архимандрит. Ну, скажет, судите, но это из таких маленьких, говорится, кусочка стекла, мозаика составляется. Я приехал навстречу туда. Женщина стоит, брючишки там закатала в воде.
Священник пошел в алтарь, видимо, там взять кисточку мазать. Я сразу от двери выгнулся и к ней. А вы в Бога верите? А зачем он мне нужен? Да как же вы креститесь? У меня БХС, проверка, которая торгует, выскочила. Вы что ей говорите? Это я у нее крестная восприемница. Архимандрит вышел. Я говорю, она в Бога вообще не верит. Она ответила мне, я коммунистка, мне это не надо. Я говорю, вы крестите, во-первых, неверующую, а во-вторых, у нее даже цели нет никакой, кроме избегнуть наказания за воровство. Лежу, он тормознул и не стал крестить. А потом пошли к нему на дом. Так это я случайно, невыборочно, где я был. Значит, язва прошла настолько глубоко и далеко, что начинать надо даже, то есть повсеместно и сверху донизу, и снизу доверху. Труду нету даже никакого, за горизонтом вот посмотришь, и не видно никакого конца. Я говорю о катехизации, как наикратчайший путь к людям подойти. Я меняю все время тактику находить. Как? Делюсь опытом. Именно как? Это наш народ. И он Бога не знает. Один священник говорит, ты исповедуешь, батюшка, бабушку, она при смерти, она не может, глухая исповедь. Но ты спроси ее, кто изображен у тебя на кресте. И дальше он перечисляет, какие ответы. Но ни одного ответа нет такого, что это Сын Божий Агнец, взявший на себя твой грех. Ответа этого нет даже от священника. Ну зачем? Ну как Петр Мещеринов, Данила монастыря, игумен, он говорит, главное ребенка потащить, опрокинуть его, разинуть ему рот, зафиксировать, чтобы он не закрыл, и положить ему в рот причастие. А он орет, и вырастает такой атеист, который будет потрясать основу, где мы живем. Я спрашиваю, скажу, а выход где? Выход в молитве, в слезах, в покаянии. Чтобы ребенок этот сам встал на колени, как Спиридон, этот миссионер, писал в Бурятии. Я был непослушный ребенок. Забегаю домой, а мама на коленях плачет, Господи. Я одна осталась, а он меня не слушается. Я, говорю, с ней рядом встану на колени и тоже плачу. А если бы он ее не видел, плачущей на коленях, разве он стал тем Спиридоном, который на всю Россию и на весь мир был известен? И сегодня, ну, весь опыт включается именно в это. Вот меня спрашивают, вот как вы проповедуете? Я говорю, 5Б. 5Б, который я вмонтирую в любую проповедь, независимо от того, сейчас это будет проповедь или 2 минуты. Хочешь знать? 1Б. Бог. Дать понятие о Боге, о чем Владыка сказал. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Мы сразу захватываем 6 Вселенских соборов. 2Б. Библия, Святая Библия. Вера от слышания, от слышания от Слова Божия. И Христос сам себе наставил. Б. 3. Благословение. Мы все время подходим. Сектанты намного лучше нас ведут себя, но они не церковь. И они это знают, когда им доказывают, приходят. Вот сейчас с одним руководителем секты, он 11 лет руководитель, и по интернету переписывались. И он принял полное крещение Ярославское, и теперь готовится на священство. Как? Через Слово Божие. Они не примут ни 11 книг, ни жития святых, ни каноны. Я должен только через 66 книг проложить ему дорожку. Бог, Библия, благословение, идите и проповедьте, благовестие, все это для будущего. И горе, если, говорит, мы верим во Христа для настоящего, это самые несчастные люди. Мы все делаем для будущего себя, семьи и государства. Да кого делаете, следом все рязко затягивают. А сеющий, поливающий Христос сказал, нуль, ничто, ничто. И мы берем себе за основу 22 главу Евангелия от Матфея. Идите и зовите. Одному голову прошибли, другого убили, они вернулись. Никто не идет. Господь говорит, идите по изгородям. Идите по закоулкам. Званые не были достойны. Меня это не касается, как они меня будут поносить. Я их зову. Зову к Христу и дальше в храмы. Мы никогда не звали ни в какие храмы, кроме храмов Московской Патриархии. Я это написал патриарху. Эту программу мы дали местному епископу. Сейчас вместе, чтобы ездить и говорить. Но они не пошли на это. Вместе. Мы больше успеем охватить. Каждый говорит минут по 15. Дальше делаем, ну, отъедем все, разбор сделаем. Ну, другого просто нету. Мы даем Евангелие, говорим о Боге, приглашаем к храму. Ну и путь наш. Мы не можем ставить такие трубодурные дома, где у сектантов мы ехали. Они там музыка, чаем поют, они ходят, жуются там какие. Они сектанты, они ничего не знают. Это обольщение, хитрое искусство, Павел называет. У нас все на строгости. Говоря о Боге, я не могу упомянуть о подвиге святых. Павел говорит, смиряю, порабощаю тело мое, где в еде, во сне особенно. Во сне они сокращали свой сон. А какая-то вера?
с открытым корытом. Мы желаем, чтобы Господь был с нами. Так надо идти этим путем, которым святые шли. Путь скорби, печали и радости вечности. Меня российский вопрос тревожит весьма этот. Насколько мы далеки или близки к этому. И поэтому мы нынче купили машину специально. Вот такой коллектив. Много ли закупили литературу. Ну и двинулись в путь. Как принимают вопрос? Везде принимают очень хорошо. Везде, где нет священников. Но нынче Бог удивительно благословил. Мы поехали по тем местам, где священники наши знакомые. Ну, один у меня отец Геннадий Фаст, меннонит немец, преподаватель университета был, сейчас он магистр богословия. Патриархии у него пробыли. Он собрал весь народ, это не он, он только из Португалии прилетел. Другой, Василий Толстенко, 7 лет военный следователь КГБ. Когда меня судили, меня довели, какого человека у нас погубили? Он батюшка. Он собрал народ, у него комната, ну вот такая, может, даже поменьше вместе будет. Сколько человек? 26, наверное, было. 27. Там такие вопросы, он же расположил их. В третье место приезжаю, бывший наш тоже батюшка, ну, может быть, даже и слышали, Петр Гутович, хороший батюшка, Белова, в Алтае. И нынче мы фактически не натолкнулись, ну, на священников. Диакон, правда, там начал нам мешать, вы что, полное погружение, даже в Новом Завете написано, что песком крестить надо. Где ж ты в Новом Завете песком? Да ты зарой сразу, чтобы тебе не мучиться с ним. Песочные какие. Не сказал Господь, что родится от песка и духа, но от воды и духа. И он людей так научает. Но поговорили, видимо, маленько прошивло его. Он еще только диакон. Работы море. И необходимо, ну мы, какая тут группа, необходимо вот это, все это раздваивать и идти. Патриарх говорит, я, говорит, посылаю монаха на север. А он говорит, там кислорода не хватает. Это у меня ролик патриархом Кириллом. Он говорит, какой тебе кислород? Ты монах. Ты уже приготовлен умереть. Иди и проповедуй. Вот у нас был Роман Сало, поляк, католиков. Куда бы мы ни пошли, дом инвалидов, там, дом какого-то презрения, дом больных. Он везде уже побывал. У нас священников там, ну сколько, 104, допустим. Своя семинария там идут потоком. Он один, и он делает намного больше. И при том так делает, что после него в православном просто трудно проникнуть. И он нигде не лжет. И он везде общительный. Вот мы на фотографиях, у меня с собой фотографии. Я с одной стороны у мэра, мэр меня... А он стоит рядом. И он еще с акцентом говорит. И вдруг звонок с Ватикана. Оставляешь все, он храм построил, едешь в Канаду. Все. Он уже тут покупает учебники, тут же учит. У них образование, нам 4 университета надо кончать. И он не спрашивает и едет. Тут прислали другого, с этим я не познакомился. Присылает иудея. Как-то он. Моше Ноах, это Моисей Ной. Кременчецкий. Борода не тронутая, рыжая. Сам сухощавый такой, сухопарый. Легко идет на общение. Можно разговаривать. И все уже, церковное, и все, он уже прибрал к рукам. А побыл всего один год. У нас как будто ничего этого, мы не видим, что разлагается. Ну почему опыта не берем даже о тех, которые, ну, не полные наши друзья. Я с ним два раза столкнулся с евреем и спрашивает, какое ваше мнение? Положительное, во всех отношениях. Он даже, Рождество было, и собрали всех религиозных деятелей. И он вышел и сказал, поздравляю всех с Рождеством. Как его понимать? Это умение лавировать. И он не сказал, с каким Рождеством. Он слова Христова-то не сказал где как. Но у нас, ну, должен быть какой-то подход. Выступает глава администрации. Уже рассорились с епископом. Бьются за училище, которое принадлежало. Там не проворот, а в этом здании находится городская администрация. И против городской администрации... Ну, понимаешь, это нереально. Ему сказали, подавишься. Это не... Ну, взяли уже, вам отдали только 12-8 там бывших строений. Под... Ну, остановитесь на этом. Вам тут делать нечего. У вас своя семинария построена. А эти сами строят. И устают. Говорят, вот все время ходят и выпрашивают при всем народе. Зачем вы это делаете? Мы не можем. Мы задыхаемся без средств. То есть они разворованные средства. Нам не хватает вот этого пригляда, как люди поступают. Мы почему-то как будто бы задачу поставили всех сделать себе врагами. И где не появишься, да до вас уже был тут монах, собирает деньги по борьбе со СПИДом. Может, сам и заразил их СПИДом.
Народ делает такие выводы, он даже не знает, это монах. И непрерывно монашки каждый день по всем магазинам ходят, выпрашивают то на колокола, то на ризу батюшки. Ну нужно ли это? Если ризу не могут батюшки справить, зачем тогда вообще эта община? Почему баптисты не ходят? Почему иеговисты не ходят? А средство-то то самое, говорит, хочешь иметь врагов, говорит, проси у них взаимодействия, у тебя друзей никогда не будет. Значит, я как бы болевую точку тронул здесь. И борьба за средства. Меня спрашивают книги, на какие, где. Вот что удивительно, Бог располагает сердца. Я открываю 14 том. Президент компании такой-то, жертвует деньги. Другой, еврей, главный банкир. Это мои книги. Каждая книга 750 страниц. Да. Но тут есть книги уже после 13 уже в твердом переплете было. Ваши книги, да. У вас в твердом переплете, да. Это мягко, это на льняной основе. А мы только вот делаем в таком мягком переплете. Ну да, у вас маленькие брошюры. Да, да, брошюры вот типа вот таких книг. Хорошее дело. Вот. Вот это вот наша печатная продукция. Сколько у вас человек здесь работает? Здесь 5 работает. Сколько? 5. Пять. Сколько раз в неделю вы работаете? Ну, все дни, кроме всего. А как продукцию сбываете? Ну, это через наш собор, если книги церковные, да? Вот, только через берут собор. Они? Берут, конечно. А так и на заказ все заказывают, кто печатает. Вот видишь как. Вот. Ага. Фотографии кто делает? Фотографии это вот и делает наш начальник, управляющий типографией Петр Землинов. У него оборудование есть специальное, которое печатает фотографии. А, снимает на какую-то? Ну, во все снимает, дело. Ну, нам меньше было заказы. То, что как книги наши изготовили, вы с нами выйдете сейчас в машине, покажем. Даже у нас в Барнауле не могут, это в Горном Алтае готовили. У меня все книги сшиты, склеены, ни одной нету. Все на офсетной бумаге, фотографии все намелованы. И цветные. Это у вас своя типография, да? Нет, не моя, это государственная. Это не потянуть. Да, это даже государственные, которые внутри города, они не могут делать. Кругление корешка. Это отдельная машина. И при этом она не здесь продается. Так, быстренько визитку приготовь. Нашу визитку. Вы обязательно дома зайдите на наш сайт. Это наш сайт. А вверху написано православный форум, Игнатия Лапкина там. Батюшка мне давал такой визитку. Это мой брат, протоиерей отец Аким. У меня уже есть такая визитка. Такая, батюшка да? Давал, да. Ну, а посмотрите, я занятия батюшка был. Аким. Как он так, сходим вниз. Как поживает отец как Аким? Поживает, нормально. Слава Богу. Ну, как нормально, значит, благополучие, в здравии, в послушании у него пасла. А пчелу он держит еще? Царствует. Пчел? Нет, матушка держит пчелу у него? Конечно, у него да? Еще бывает доста. Нынче трудно. Молодец, молодец. Он говорит, о пчелах, матушка держит? Пчелу, не знаю. Я думал, провец. А, провец. Пойдем. Провец тоже хорошо. Да, ого. Еще бы. Бывает, да, да? Да не больше, но бывает так. Нынче я не знаю, сколько. Так, а здесь что у вас? А тут на принтер тоже мы печатаем, тут небольшие тиражи. Ну, потом рассмотрим. Пойдемте, мы вам покажем наши книги. Ага, ну пойдем. Вот, так. Вот это тоже оборудование, которое вот эти станки приходили к нам. Это для станок для склеивания книг. Это вот печатный станок, и они были. Это оборудование это убрать надо. Из Америки. Ну, если ваши бы хотели посмотреть, можете пригласить своих работников. Машина стоит во дворе. А, ну да. Показать да. Нам изданные книги, показать вам. Да. Вот туалет вам вынесли сейчас.
приглашаем вас посмотреть. Маленько отдохните. Угу. Пойдемте. Только сразу влево не поворачивайте эту собаку распрягаемую. Сейчас машину придется обойти. Осторожно. Осторожно, это еще не работает. Так, это нельзя. Так, где Сергей, чтобы он не брал? Посмотрели, вот сейчас люди свои показывают. Ага. Ну я это отнес к Ивану. Все. Угу. Вчера я, который давал книги в ящике, да? Вечером давал, который привезли Новые Заветы, показать. А вечером, который... Остатки. Новый Завет. Ну, Новый Завет и там, и еще там несколько. Куда-то их было. Положили, в коробку. Сейчас посмотрим. Посмотрим, может там... Ну, вот здесь-то тоже книги можно показать. Много. Мы начнем в степи. Мы выезжаем далеко, это представьте, еще из... Это вот у меня 30-й том серии «Открытый мир». Вот я и смотрела. Видите? Да. Вот. Каждая... Да. Это цветные фотографии. Это все сшитые. Это я оставил. Детский лагерь. Посмотрите, дайте Новый Завет там еще. Там нету? Да нет, нету. Это вчера я давал вечером, где-то она недалеко должна быть. Ящичек. Посмотрите. Уже, наверное, туда сейчас грузили. Посмотрим. Новый Завет, так вот, дай там распечатать. А то у нас переиздан был Новый Завет. Конечно, издать книги сегодня абсолютно невозможно. Только переиздание Нового Завета, всего 2000 экземпляров перевалило за миллион сейчас. Ну, трехтомник. Ну, просто молимся, и вдруг совершенно из людей даже, которые не знают, и даже по интернету бывает, желать прислать. О, так, это положить на место. Видите, эта серия у меня 30 книг, потому что сейчас я не издаю, уже 2 года отошел. А вот посмотрите, то, что трехтомник, он подарен патриарху Кириллу, Путину и Медведеву. Вот посмотрите, это подарочный. Полное толкование по святым отцам вместе с апокалипсисом. Угу. За 2000 лет такого издания не было, нет. Видите? А это цветные закладки. Это означает, мы сами лучшего иллюстратора Гюстава Доре раскрасили, сейчас покажем. Видите как? Полный лист без обрезки. В каждой книге 80 картин. Ну, пощупайте даже бумагу, вам как специалисту это легко понятно. Ну и феру, если открыть, вот она, как Новый Завет. Все, филактер. Открываем. Страница. По благословению, Пресвященная Епархия епископа Ишимского Сибирского. Эти книги, ну они разошлись так далеко, что даже не знаю, от Израиля, Испании, там, ну, конечно... А покажите нам детскую книгу хотя бы. А? Детскую книгу покажите. Так, подожди-ка. Вот детская. Детская это не православные, мы обменяли, но они очень хорошие, много можете взять. Покажи. На, положи, где тут есть. Там. Так, подожди-ка еще, что здесь есть. Вот это положи-ка, ровно. Вот эта книга у меня ушла, на ее написание 40 лет. Это настольная книга, это архиереи говорят. Вот откройте с самого начала, посмотрите, предисловие. Можете просчитать слух. Слух просчитать полностью. Вот эту вот. Просчитайте погромче. По со времени православия не появляются материалы. Сравниваются полученным, приходится без заключения, что то, что сегодня называется православием, практически не имеет обоснования на странице любви. Создана совершенно новая религия. Возврат первый шок возможен для тех, кто живет и А вам как? Спасибо. Кому-то. Мы сейчас дадим 300 этих Евангелий достанут. Уже отдали. Унесли? Ну, хоть бы один-то показали здесь. Да мы там посмотрим. Там собор же унесли. Собор посмотрим. Так, это мы отдали. А теперь поглядите. Посмотрите по содержанию, о чем речь идет. Вот посмотрите, еще раз вернусь назад. Да. Вот это до конца досчитайте. А я дочитала. Что книги подобного содержания, может быть, со смертью блаженного Иеронима просто не появлялись. Здесь все дело, все сказано без пригляда на кого-то. Мне не касается, касается ли это патриарха. Что об этом говорит Бог?
Что говорят каноны? Здесь абсолютно все выведено на уровень самый высший. Почему эти книги, ну, считаются, не имеют аналогов? А вы по профессии кто? Я по профессии печник и сторож. Поэтому я обогреваю и сторожу душу. Посмотрите, где есть готовые. А почему у них пупа? Корешка, как оно выглядит. А вот темы какие, прочитайте. А почему у Адама и Евы пуп? Я не слышал, плохо. Сейчас подождите, чуточку. Сергей, о сне, о семье. Одна тема перевесит тома книг на религиозной основе при том. Везде люди стараются угождать друг другу. И Христос сказал, славу друг от друга ищите, а от единого Бога не ищите. Здесь этого нет. Здесь единая слава Христа. Вот это курсивом, жирно, это все Священное Писание. В каждой книге, которая вот это вот, примерно 3000 ссылок Священного Писания. Я просто знаю, о чем говорю. Издана, кроме того, симфония была. Симфония на жития святых. По 12 томов Дмитрия Ростовского. Это девушка приняла крещение, а вот этот Игорь, он как раз вон он стоит, снимает. Смотрите, симфония на жития святых. И что интересно, благословение Евтихии, сибирского арпацеза, и по благословению Пресвященного Максима Барнаульского Алтайского. По одному слову жития святых, вот вспомню, допустим, ребенок как там в степи был, что-то с лошадями. Ага, ты не знаешь, я открыл степь, а Варфоломей. Так, теперь камнем кто-то, как-то демон взял камень и ударил человека. Никогда вам не найти. А здесь слово камень нашел, начал смотреть. А, о Верке, 2 октября. Все, что слово камень, вот оно все выбрано. Крестное знамение, приказник, 1 февраля, такое-то так было. Как сектанты говорят, крестного знамения не было. Было. Это жития святых говорят. Оно было. 29 января, какое? Параскева. Явился ангел с крестом, крестообразно припоясан. То есть по одному слову. Кратко о чем там говорится и какого. Теперь жития святых за этот месяц открывает, да и все. А вот это вы не видели? Видели. Видели, да? Видели. А? Видели. Видели, с патриархом Алексеем стоит. Вот, а это вот Володя, вот он снимает, вот он как раз причащался, принял крещение. А это Тульский, это отец Аким, Иоанн Суворов, это Московская патриархия. А это вот у нас крещение, батюшка решил, в воде стоит, крест. А это как крещение, кто подготовленный идет. Сейчас катехизации готовят одна, а там две беседы. Это так у нас. Две идут на крестный ход на Анту. А у нас 450 часов занятий идут. Это не Потеряевка? Это Потеряевка. Вот он тогда с Володей, вот он рядом стоит сзади, снимает. Это готовятся они к крещению, занятия идут и идут. Вот это его крещение, это отец Иоанн. А это вот те, которые приготовлены. В белом одеянии, сейчас они сходят в воду и принимают крещение. Вот это экзамен перед крещением, сдаст она его или не сдаст. Если она не ответит на вопросы, вот тут вот это не ответит, вот ее отец, ему отложили еще на год. Как готовить к крещению у нас нигде, у нас все бесплатно это делается, но существует святая десятина. Обязаны все заплатить согласно Слову Божию. А если нет, значит, это не наш человек. Так и помрет человек без крещения, разве это не... И помрет человек без крещения, разве это не грех? Забота. Это не моя забота. Святые отцы сделали так, что нам мудрить не надо. А он умрет, потому что такая его участь. Нам не надо обманывать. Но хоть младенец-то у вас не... Отче наш не читает? Знаете, одна женщина в зрелых годах вышла замуж, родила ребенка, и она при смерти. Но ребенок родился мертвым. И вот врачи советуют, если сказать, что ребенок мертвый, она просто не выдержит. И одни говорят, давайте скажем, что он был живой, когда она поправится, тогда сказать, ну, несчастный, умертый. Но решили все-таки сказать правду. Почему? Если правда убивает человека, пусть он умрет. Нет, а если ребенок-то родится, его можно сразу крестить у вас? Можно сразу. Можно? Но это он недоношенный, его прям в барокамере крестят. Нет, ну, отче наш ему не надо читать. Ой, нет, у нас у верующих родителей все до одного ребенка крещенные. Вот они дети. Ну посмотрите на них. Вот это дети, которые к школе подошли из храма. Ну сами посмотрите на лица детей, на одеяние. Ну, нашего Петьки это не игра детей. Какая-то. Это же такие же. Мы красиво. У всех светлые лица. Это вот теперь смотрите. Это вот причащается ребенок. Это значит, он крещенный. Вы увидите здесь не раз и втихие. Это тоже принял новое это крещение, и он теперь. Это я проповедь говорю, это сеет, наш житель сеет, и теперь это применяется к духовному, и Слово Божие.
То есть всюду, везде звучит Слово Божие. А это после крещения, их одарили цветами, они идут теперь в храм причащаться. У нас к этому подходят настолько серьезно, что в мировой практике просто этого не было. Мы все каноны соблюдаем. А это у Игоря, вот он сейчас фотографирует, у него свадьба была, венчание, так сказать. Вот это вот первое будет, это, кажется, собеседование перед крещением. Оглашенные расставили своих людей, как все. Это уже последнее перед самым крещением. Вот сейчас еще исповедь и пойдут креститься. Вот как. Это работа. Притом вот, вот на книгу, если у меня ушло 40 лет, по крошке собирал, это надо понимать. Вот книги все, набор делал я сам. Так вы же в тюрьме, когда сидели, писали, да? Да. 40, так сказать, верстка занимаюсь в книгах, это тоже моя работа верстка. Я вот за последние 8 лет провел за компьютером больше 30 тысяч часов. Но уже 2 года я отошел от этого. В этих книгах, моих стихов, только 3467. Стихов 80, они положены на музыку, поются. Это все в книгах, в тех книгах, которые у вас на полке. Игорюшу свою обрадую, скажу, постречала я. И вот мы, книги эти, вот у меня 38 книг, а они занимают полку 1,40 м. Это в каждой библиотеке 38 книг, это 12 тысяч рублей. Мы дарим в каждой библиотеке. Мы за 2 года подарили на 1 100 000 книг только. Ну потом некоторые разочарования кое в чем. В том, что написано. Нам бы ничего этого не создать, если бы не было у нас владыка Евтихий. Если бы были Московская патриархия, они бы оторвали нам голову и зарубили на месте. Ничего бы не было. А вы сейчас не ходите в Московскую патриархию? Ну зачем ходить? У нас храм открыт, он служит вместе. То есть мы вошли в общение вместе с Евтихием. Но они остались прежними. Они не на благовестие не идут, они не воспринимают. Мы Евангелие раздаем по домам, в каждый дом заносим. Они их собирают и во дворе жгут, рвут. Евангелие. Это я написал патриарху, у вас священники антихристы. Лютые антихристы. Так, положите тут. А почему они так делают? Знаете, есть такое выражение апостола Павла. К Риме он пишет, как... Тогда рожденный гнал рожденного по духу, так он. Он не может это воспринять. Вот я иду по деревне. Там самая чтимая икона на Алтайский край, Коробейник. Вот туда все крестные ходы идут. Но мы, батюшка, съездил, и оказалось, на 1000 дворов в воскресенье приходит только 6 человек. На 1000 дворов, а 6 человек, ну это безбожно. Мы приезжаем на нескольких машинах. В каждый дом заносим Новый Завет. Мы раздали, конечно, 450 новых заветов. Священник выходит, вы их не слушаете, это еретики, это свидетели Иеговы, вызывают милицию. Мы у него подошли благословение, он, в другом месте. Он благословил, он знает нас хорошо. Проходит 2 недели, расклеено везде у нас обращение, мы зовем. Он из себя выходит. Через один, ну сказать, день осталось до этого. Теперь посылает людей срывать объявление, писать это секта, ересь. Вызывает милицию, а милиция звонит. Может, они зарегистрированы, это православная церковь. А кто же дал право священникам решать, кого пускать в Дом культуры, кого нет? Разве священник выполняет роль секретаря по идеологии КПСС? В газете пишут. То есть они на себя это нахлобучили. И все это снято на ролике. Это я говорю одно, а другое дело на ролике. Его спрашивают, зачем ты говорил? А что вас здесь не было? Так я людей-то в храм веду. Твой пустой храм, и после нас храм полный-то. А они бешеные псы. Господь говорит, через Павла, лютые, говорит, волки, которые не щадящие стадо. Я не 20-й глава. Ну, да. Мы все положили, у каждого семья, мы все оставили, под ракетовым кустом, говорится, ночуем где-то, варим, в следующий город едем, дарим. Вот мы сейчас проехали, сейчас заканчиваем, и за 2 поездки мы подарили, уже подарим на 500 000. 500 000, а у меня минимальная пенсия. Мы все отдали. Ну, положено со 100 рублей 10 отдать на церковь. Вот 1050 лет, как я обратился к Богу. Я с первого дня положил, отдавать 9 десятин. Все равно же, правая рука подает, левая не должна быть, или наоборот. 9 десятин отдавать, я 50 лет, так сразу. Спасибо, Господи. Храни Господь. А вторая вот здесь есть? А, положили, ну ладно. Там 10 заповедей. А вы куда теперь путь держите? Курган. Курган? Челябинск. Да. И так мы проходим до Пензы, Тула, на Москву. А оттуда поворачиваем тогда верхними дорогами домой. Ну, батюшке Якиму поклон передавайте. Спасибо. Хорошо. От кого? Ну, от типографии собора города Ишима. Ага. Он знает все, да? Да, да, да. Вы услышали много за короткое время. Да, да. Пока здесь были. Вы увидели, что мы не просто книги издаем, а какие книги. Конечно. Это подарочные. Вы посланы президенту, премьер-министру, патриарху, то есть первым лицам государства. Мы старались, а уж как Бог примет, мы не знаем.
Она охраняет, когда мы ложимся спать, чтобы нас внезапно не захватили. Очень важно. Дай команду какую. Сидеть. Лежать. Стоять. И нога стоять. Мы в эту поездку поехали, как всегда, только ради Господа. Своего вещества, а только своего. И вам расскажем. Спасибо, быстрее. Спасибо, быстрее. Находимся в городе Шиме, на колокольной Богоявленского собора. Только голову дальше, и упади. А посуду ее тут сбрасывать, верующие. Вся наша высота. И сколько храмов в городе? Три, четвертый, Дмитрий Соловского, есть еще больше. Здесь я ставил пулемет, когда восстание было. На колокольне. Сколько всего было построено? И одним махом все слили коммунисты по шевельке. Почему? Не в ту сторону все тянуло. Бог не попустил бы это. Это невозможно. Идеология страшнее своих коммунистов. Бог гнал и давил Израиля, пока вы их покоряли. Пока хорошо. Сколько населения в городе? Ну, да вот. Край города. Примерно, Сеня, сколько хотите? Не знаю, нет. А вы где мы здесь еще восполняемся? Игорь, ты так снимаешь, что у тебя два косяка попадали, что видно, не просто видно. Напротив вообще смотрите, сюда эти снимки будут полноценные. Чуть-чуть только кромка, чтобы заливали они. Сюда видят. Панорама взята с колокольни. И буквально одним махом смехнули. Сейчас все вопрос задают. Почему? Почему? Первое, что это потому, что Бог допустил. Это первое. Без Божьего произволения этого бы никогда не было. И что отсюда делать вывод? Что не на этом базировал Господь наши надежды, а на самом себе. Люди Христа не знали. Ищут причины, слабохарактерности царя. Нет, причина в нас. Люди не знали Бога Христа. И поэтому все остальное происходит отсюда. Когда Нобелевскую премию присваивали, ну, Фултонская там речь, это Солженицын, он говорит, я еще с детства слышал, люди забыли Бога, отсюда все. Отсюда эти школы, отсюда нас отравляют продуктами, отсюда геноцид русского народа. Все отсюда идет. Если я с Богом, много нас, мало, вот мы все, это вся православная церковь. И этого достаточно, потому что с нами Бог. А где Бог, там большинство. Максим Исповедник говорил, я и Бог, уже большинство. Да. И вот ищут где-то причины, копаются церковные историки. Причина в одном Христа не знали, Бог попустил это испытание. Или плавно. Спаси Христос. Сейчас... Будьте очень осторожны, особенно вот здесь. Сейчас я занесу ключи.
речка сразу. Вот она. Парк развлечений. Вообразить невозможно, что вытворялось. Спроси, какая нужда была мне же великих убивать, которые этот и так через год бы помер, как гемофилия страдающий. А это уже так попустил Бог, как плащ Иеремии говорит, и краса наша, надежда наша, помазанник наша, ловлен яму. Народ израильский это понимал, страдал, и выход был только в одном возвращении к Иисусу. А пошли еще дальше. Вот они репрессии. Кто-то выстрелил, вот она война. Вот Бог и показал всем путь покаяния. А сегодня это нельзя смотреть, чтобы, говорится, слезы глаза не застилали. Патриарх говорит, духовная развалина. Так это, патриарх, то, что тебе показали. А где мы едем и где бываем там? На четвереньках все стоит. Россию делят на части рус. Уже. А сейчас не сейчас. Россия очень единая. Сейчас Россия очень единая. Потому что сейчас отстроено, вот буквально 2 года назад, закончена постройка системы. То есть подконтрольно и взаимоподчинено все. Да. До самой глухой деревни. Никто из системы не шагал в сторону. Да. Это нас начали строить коммунисты, они сперва партийную систему отстроили, однопартийную. А сейчас просто система. Партийной сейчас можно называться, не называться, а будешь подчиняться одной системе. Вот, не будешь ты самостоятельной работой заниматься. Не дадим тебе. И ты ничего не сделаешь. Вот сколько нужно с тебя взять, возьмут и ничего не сделаешь. Суды, что угодно. В Америке сейчас как? Митинги, что угодно, пожалуйста. А система уже не нарушена. В Америке сейчас официально каждый заявляет, я сажу сколько кустов морковки, допустим, или помидоров. И не имеешь права того, что ты получил 17 кустов, давать что-то соседу. Вот не купить, не продать. То есть даже ты что взял для себя, и это уже нельзя никому дать. Не больше посадить, не больше тебе разрешено, да, 15 коров, на этом все кончено. Искусственные гриппы будут придумывать. В один день поставить на колени всю страну. Своего ничего нет. Даже утюги наши стоят и те зарубежные. Это идет к одному. Мы знаем, что должен быть антихрист. И как, говорит, воспринимать, что вы для этого делаете? Учиться молиться и учиться правильно умирать. Другого у нас выхода никакого нет. А сопротивление готовят оружие для партизанской войны. Нужно крепить любовь в семье, в общине. Вот единственное что. Вот в этом и заключается подготовка встречи с Господом. Я говорю, вот был праздник всех русских святых. Ее составитель владыка Афанасий Ковровский. Он 10 месяцев жил в Ишиме. Вот. Крестил, служил тайком. Вот. Напротив храма, там только забор. Это так понятно. Да. И он составил эту службу. Сейчас все слушают, умиляются. Русь святая, храни веру православную, нежить тебе утверждение. Русь святая, святая, красуйся и ликуй. Где он это писал? На нарах. 33 года по тюрьмам и ссылкам. Значит, нужно было дойти, как Солженицын, говоришь, а в конце сказать, благословляю тебя, тюрьма. Ты меня сделала таким. Он бы никогда этих слов на своде, может, не выковал бы. Ну, не знаю. Как могу сказать? Он ученый монах был. Ему собор поручил. Всероссийский собор поручил составлять эту службу. Вот. А составлял он в таких вот условиях. Вот. Там описание. Батюшка, значит, арестовали в тюрьму, в камеру всовывает. Ад! Полуголые мужики, мат, накуренный,
ничего не видно. Сжался, скукожился, него пьют там, как хочешь. Полтора раз его из этой избима. Вась, службу знаешь? Знаю. Ну-ка, пошли, пошли молиться. На второй это, ярус, на нары. Там сидит владыка Афанасий, рядом с ним сидят. Поют, читают службу. Я это знаю. Владыка, именно все так, как говорите. Так. Ну, пойдемте. А вы завтракаете, я по своим делам буду. Так, почему вы? А разве здесь не будете? А? Нет. Ну, пошли завтракать. Ага. Уходим завтракать. Он мне деньги спонсирует на издание книги. Приезжает ко мне домой. Я даже не знал, что он еврей. Там человек, ну, допустим, директор университета. А кто? Бог располагает. Когда пути угодно человеку угодно Богу, Бог и врагов примиряет с ним. Не надо нам льстить перед ними. Вот ко мне приехал директор ликеробуржуазного завода. Мы по ограде гуляем. Его Роберт Робертович звали. Хороший человек. У него, я насчитал, это 70 с лишним похвальных грамот. Я говорю, ты же весь город отравил. Но я же казну наполняю всю. Главное, поступление с него, я говорю, ты ад наполняешь. Ты бы водой лучше торговал. Я осенью приезжаю, а его сняли и поставили начальником водоканала. Он говорит, вот ты мне напророчествовал водоканала. А человек хороший. Он, ну просто видно по человеку. А мне эта вторая бабушка еще говорит, говорит, вы говорите, одна бабушка, ты торгуй водой. Вот этот подход к человеку, где сказать, это искусство, его надо у Бога выпрашивать. Почему Сергий Радонежский находил путь к каждому, а от князя до самого низа? И не в стиле. Вот по сути мы считаем Боровской. К нему князь Петр говорит, шел на исповедь, колени подгибались от страха, житие пишет. Чтобы колени подгибались от страха, это явно, что он ему ничего не спускал. А не так, что епископу знакомы, отпускаются тебе грехи, ну вот на храме Христа Спасителя, их там много имен. Везде нужно быть нелицеприятным, и строгим, и в то же время внимательным. Нам это очень трудно дается. Мы хотели приехать сюда еще и владыку нашего поблагодарить. Я говорил уже как-то об этом. Мы так рады, что столько лет он нас терпел. Это не секрет. Он сам так даже выразился. Вот. И мы не расстались в наших молитвах из-за богослужения. Он так и остается. Для нас ничего больше не существует. И мы как община, как деревня, как детский лагерь, как благовестники, я на 100% даю гарантии, не состоялись бы не будь у нас этого нашего владыки. И мы его считаем для нас как дар Божий. И ну, это не год, не два, речь идет чуть ли не о 17 годах. Может быть, я сейчас ошибаюсь. И мы не сахар. И он сам говорил, я когда к вам приезжаю, ну, бабушка спрашивает, как там, да упокоит. А тут другие вопросы. И он это очень тонко чувствовал. И мы остались, зачем мы с такой дальто ехали сюда-то? И увидеть, и поблагодарить, тем более у него и здоровье-то не в лучшем виде. И это может навсегда, но в нашей памяти. Сапоги давай подарю. Они у меня как раз притоптаны к моей ноге, вот в чем дело. А другая мозолит, я сразу... Сейчас не производят таких. Да, именно так. Вот, так я тебе дам. А нет, смотрите, я вел занятия в высшем авиационном училище. Ну и вот когда собрались, а у них преподаватели почти все полковники. Полная комната полковников. Такой возвышенный дух после занятий моих, выступлений, 470 курсантов. Скажи, ты как себя чувствуешь? Мне говорят, кажется, я ни в какой академии ни дня не учился. Они не знают, чем угостить. Давай пиво, давайте я не пью, там какая-то рыба вяленая. Один говорит, а сапоги возьмешь? Я говорю, какие? Он за диван полез, достает там сапоги. Вот нам дали, не эти, яловые-то. Какой размер? 43-й, говорю, как раз мой. Я его возьму. Бог находит таких людей, о которых ты не подозреваешь. Однажды за мной заехали совещание прокуратуры и помощников прокурора. Ну, на машине заехал полковник Сотников, я выступил. Пойду скажу за сапогами. Владыка, это не возьму, у меня дома запасные лежат, послушайте. И вот на вокзале встречается пьяненький немножко и говорит, а вы меня не знаете, нет. Я прокурор там зонального, и тогда вы перед нами выступали, знаете, все здесь. Я говорю, а что ж ты выпиши? Ну, я в городе, я как вроде расслабился. Поэтому сеем, когда мы плоды можем не увидеть даже при жизни. Владыка, а? Истинно и искренне мы вас благодарим, что вы были нашим епископом.
Спасибо, брат. Спаси вас, Христос. Земно, кланяемся вам и от всего сердца благодарим. И просим ваших святых молитв и благословения на дальнейший наш путь. Господь да благословит ваши стопы и ваши уста оградит от всего вредного, отдаст только нужное и ценное для людей. Аминь. Аминь. Да помилует Господь. Ну что, подойдем еще раз, владыки, благословимся, и мы уезжаем. Я еще ничего не все показал. Так, владыка, прошу благословить. И помни. Я прошу тебя в мою кежу заглянуть. Хорошо. Только я не один зайду с братом. Ну ладно. Я плохо слышу, мне все время нужен переводчик. Так. Пусть будет уже два брата. Кипорошка там внутри. Володя! Знаешь, когда ты сможешь, Марин? Потом скажешь, на обеде. Чтобы они вот эту дверь сняли с петель. И куда мы с ним покажем? Это кто-то бросил уже. Сережа, отбери. Ох, не отбери, забрось. Кто-то подошли еще уже, это нельзя делать. Еще говорю, бросили еду. Может быть, он там. Нет, нет, другого нет. Собаку учи, чтобы она никогда не брала. Пойдемте там, где собаку беспокоит. Дрова здесь готовят или готовят покупать? Нет, готовим сами. А что это вы строите вот это? Деревянное? Это не мое. А что? Попросили, чтобы постоянно жить. А, то есть это просто место? Да, да, да. Городским-то властям зачем-то обращаются? Откуда ты? Да приехала. Понятно. Первое слово тебе, подойди ко мне. Думал, так, за шею чтобы было. Это мирская, зловредная, очень хорошая. Это от мирских людей. Посмотрите, мусульмане. Самая ценная женщина для тебя, это будет закрыта под горло. Слышала? У нас с тобой хорошие отношения всегда были. Я тебе самую лучшую за один год характеристику выдал. Понял? Твое чадо? Да. Я что-то лишнее набрала там. А это второе чадо будет, но... Ну а сама-то? Еще? Кто, пожалуйста? Ты лишнее старайся не наживать. Добрый день. Здравствуйте. Кто? Мама. Мама. Ну вот так. Пойдем, Маня. Ну ладно. Пошла. Я в больницу, но... Так, Владик, это он пошел. А куда надо войти? Идем сюда. Это Варя постоянно. Она была у меня в лагере. Один год была, я вышел. А здесь я приезжал, кажется, Петр звать. Ага. Он живой, нет? Живой. А это что за сооружение? Пединститут. Приходят, когда экзамены есть. Я переписываю, у меня в интернете, когда закрыто там. А вот никак регулярно занять не можем. Это надо. Я так не могу. Я педагогически сделал несколько лет. Благодарны слушателям. Два за эту часа. За эту зиму только три раза. У, нет, у меня 4 часа каждую неделю.
у них было. И некоторые люди оттуда покаялись, обратились, верующие в себя. Ну, то есть, совершенно бесплодно нигде не было. Ну, учителя у нас в приходе много. Учителя и люди культуры. Ну, такая у нас в музее стоит что-то. Так я просто говорю, чтобы убрали, говорю. Поговорились уже, что перемерят по планировке. Ну, когда там люди стоят. Вон 5 есть, пожалуйста, тоже не страшно. Вот это вот Дмитрий Смирнов, его коснулись, они хорошие места. Но когда благословляют танки в Чечне, которая лютует там как Буданов, это никуда не годится. Это просто на столетие вперед нам путь заказан туда. То есть сейчас указание всем боевикам дано в первую очередь отстреливать попов, как самое зловредное. И плата такая же, как и за полковника, за убийство. Едут, танки все кропят, освещают, а они там что делают, даже вообразите. А потом показывают ролики, пойманные в плен и живым голову резают. Это не фильм какой-то, просто снятый. А вот теперь расплата. А можно было? Вот, конечно, можно. И я переписываюсь с мусульманкой, а она преподаватель теологического факультета. Самира. Так она ко мне иначе не обращается, как учитель, отец. И она считает толпе со своими студентами, и выходит в женский монастырь. Уж только. Православный. Она меня уже 3 раза не запрещает. Но я вас не видел, что меня зовут Валентина. Я говорю, приедешь, крестишь, ты будешь Валентина. Ее звать Самира, это наша собеседница. Попробуй найди. Да еще и пес сердитый. Он тянет. На месте. На месте. Проходи. Да, вот. Начинаем с двери. Смотри, тяпнет. Нет, он меня слушает. Без прикосновок. Мы посмотрим, как он. Заходите, мы забыли. Нет, мы посмотрим, вы открываете сами, тогда я вышел. А посмотри-ка, какие апартаменты. Смотри, какие шапки. О, маленький для меня. У вас размер какой. У вас какой размер? Это, наверное, 40-й. А у меня это даже на ноги не налезет. Ну что ж, это у вас предбанник. Это котельная, дом отопляется все. Здесь. Вот апартаменты. Удобство. Метрополище. Я вас, да. Господи, святыня Божия, помилуй нас. Боже милостивый, грешный, садами, Господи, помилуй. Вячеслав согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. А где у вас свет включается? Включите, как рассмотреть все надо. О, вот окно в мир. Понятно. Вы к нам на сайт заходите, нет? Иногда заглядываю. А у нас есть. Есть у меня. Есть. А вот когда на сайт зайдете, вверху прям написано коричневым по зеленому православный форум Игнатия Лапкина. В него только щелкнули, вы сразу на форуме. А на форуме 1300 тем. А там вверху строчки общий поиск. По общему поиску, допустим, мы решили Кураев, и она выдаст все файлы, которые у меня. Но одна тема, это бывает 10 страниц. Допустим, современное православие. Или иудаизм, мусульманство, и все это с фотографиями, с роликами, с выступлениями патриарха. У меня очень богатый форум. Я уехал, сейчас супермодератор, его жена там за этим делом следит. А это, наверное, фотография ваш отец? Это мой папа. Сколько он жил? Это моя сестра, которая здесь жила. Это я для нее построил своими руками. Вот это вот? Да. А зимой-то вам хватает тепла здесь? Хватает. Мне здесь под лежанкой труб. Я пищи делал, лежанка обогреваемая всегда была, любили бабушки. Да. И как часто вы выходите в эфир?
Ну. Николай, зайди сюда. Ежедневно вообще-то. Ну, я... А вы в Mail.ru страничку имеете? Mail. Мой мир. Ну, запомните, мой. Чертите где-то на память. Вам это сделать в течение там 5 минут буквально. Ну, и ко мне, друзья, попроситесь. Я рассылки делаю. Каждый день делаю рассылки. Мой мир называется. Или mail.ru. Специалист это сразу сделает. У меня, допустим, 3300 друзей. И я рассылаю, допустим, вот такой-то материал сегодня. И к нему прикрепляю ролик. И вы сразу его вскрываете, смотрите. Ну, ВКонтакте тоже самое. ВКонтакт это мертвая зона. Там почему? Ничего нету. Почему? Это одновременно, одним щелчком на всех друзей, какие у тебя есть. И притом я к каждому прикрепляю 10 фотографий. Материал 4000 знаков. Mail.ru, все вместе, которые сегодня есть системы общения, даже близко не стоят, насколько оно удобное. А. О, вы где это взяли? А вот, приобрел. У вас не продается здесь? Нет, это из Москвы принес. Дело вот в чем. Вот посмотрите, Игнатий Душеин. Запомните фамилию. На, сфотографируй. Ну, вам понятно, кто это. Теперь смотрите. Я открываю первую страничку. Открываю так, игумен такой-то. Издано по благословению кого? Алексея Второго. Ну, можем сомневаться, не сомневаться. Но ее продают в клочках. И одна подошла и говорит, вы еще это батюшка, вот вы против там. Так вот же батюшка крестит. Как? Ликвидировать все до одной. Из одной фотографии. Сразу мгновенно все изъяли и все. Ну, какое общение может, какое единение, с кем единение-то? Я вот это вот как раз у них брошюрка продавалась. Помоги в Mail.ru зайти. А у меня что-то это, нарушилась связь. Владыка, нарушилась. Нет, я плохо разбираюсь. Но я потом это, инструмент... Я, может, совсем не разбираюсь, да у меня все есть. Хорошие программисты. Mail.ru, Владыка, это все, это целый мир. Вот у меня в Mail.ru, вы если зайдете, ну там 2800 фотографий. Про нас 500 роликов. Это все здесь. Там фильмы, там чего только нет. Как какая новинка сейчас? Мы только раз туда. Все 3300 одним щелчком получили. Мне даже удивительно, кто какие-то контакты пытается вот это сравнивать. Мое детство. Так, вот, ну-ка давайте. Вот моя крестная. Вот и ваша крестная. Да. Так, а где вы? А нет, меня нету, я маленький был. Вот. Но этот священник при мне сюда назначили вместо отца Александра Ильина. Вот. А это. А у вас где-то староста. Молодые годы есть фотографии? А у меня у племянницы, она живет в родительском доме. И здесь у вас нет. Она вынесла там все мои вещи, я еще их не разбирал. За 2 года у меня не нашлось времени. А вы это сами купили или подарили? Нет, не подарили. Сейчас больше экран существует. И более быстрая работа. Очень плохо загружается. Ну так. Часто сбои. Владыка, может вам денег дать, купите? Да ничего. А. Бог даст. Все, ну на я пользу. Вам дам на компьютер, а вы на дорогу. Все на пользу. У нас на бензин на дорогу идет каждый раз 30 тысяч. Вот выезжаем. Ага. Ну вот так. Народ должен собрать. Владыка, это связь с миром. Просто необходимо. Это одновременно, когда играют в компьютерные игры, вот следующий год... Вот я сейчас молодым людям говорю, компьютеры играешь? Играю, батюшка. Это хуже одержимости да. Бесовской. Я говорю, ты вот что сделай. Вот перепиши все православные сайты, и каждый раз, как включаешь, проверяй, что там нового, что тут нового, что тут нового. И ты втянешься в это, у тебя не останется время совершенно. На игры. И вот такую будешь получать пользу. У меня дети, которые компьютер, они в храме заходят, падают в обморок. Первый раз только походил. Открытый храм, сквозняк. Одного вынесли, заходит, сапфира упала. А она еще тут не отошла от себя. Ее вынесли на скамейку, на улицу. Заходит, третий упал. А пока этого выносят, те сидят нормально, глазами хлопают. Да главное, падает, как полотно белое вот такое лицо. Стал разбираться, все компьютерные игры занимаются. Да. Ага.
Вот. Ее за это набили. Собаку. Вот я видел, у нее какой цветочек. Я не разрешил. Это мандарин, но есть. Это для заварки хорошая штука. Без хозяев? Ничего, придут хозяев повеселеют. Ну ладно, да. Надежда сильно переживает, что собаку наказали. Это говорит, меня надо было наказывать. Так, батюшка будет звонить или что? Ну тут уже скажете, мы сейчас уходим, уже совсем уезжаем. Будем спрашивать, как выход на курган. У вас там нет знакомых? Рядом с А это рядом с курганом. Это 90 километров от кургана, Шарлинск. Но там отец Владимир. Так, какой? Отец Владимир Карелин, который был у нас, он очень грамотный батюшка. И я думаю, что он вам вот там... А сколько? Вы адрес все знаете, телефоны? Может быть, даже путь может... А сколько жителей в этом городе? Он поболее еще не может. А в этом городе? 120. А у нас только 60. 60? Понятно. Это Три Павловска. На нашем пути там село тоже сделали его городом. Так, вы остаетесь, мы ушли. Или идете? Иду. О, как смотрит сердито, смотри. Как звать-то собаку? Дик. А, Дик. Вик? Дик. 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 Дик, это означает дикий. Да. О, вот он дикий и есть, смотри. Чужую руку не сунь. Ну, Володыха, замечательно, что вы нас провели. Мы хоть увидели апартаменты ваши. А я строил для сестры. Для сестры, для старшей строил. А она умерла здесь. Ей сколько лет было? 62. А отец сколько жил? 68. А вам сколько? 57. 57. Ну, если в среднем брать, у вас еще есть что-то в запасе. У меня отец 76 умер, мне 73. Так что нам уже до родителей-то не дожить. Выгоняем машину, скажи ему. Давайте. Я в искупление. Какое благодатное время Бог дал. При всем этом разоре. Дал Бог свободу какую. Мы можем молиться, можем свидетельствовать, можем собираться где хотим. Но это перекрывает все недостатки, даже весь грабеж, все остальное. Мы уподобляемся первозданному Адаму в этой свободе. Как же мы могли это не оценить? Я понимаю, 20 лет это срок. И каждый день за 20 лет мы могли воспользоваться заброшенной на руку храмы, строили. Эти храмы от него не найдут применения другого. Девочка пришла. Ты кожанка будешь? Пришла в расходнике. Который подчиняется архангелу. А, так, он пошел сюда, вот это место. Тут другое. Прислужил лотерею, или он, может быть, даже уже готовился бы. И вдруг его там что-то как-то обидели. Он перешел какую-то пятидесятую сетку. Ну и, а у меня в друзьях там священников, сколько много, там архиереев несколько. И они говорят, вот вы имеете такой опыт там работать с сектантами. Ну попробуйте вот с этим поговорить. Ему подойти нельзя, это волк, это змея, это дракон, это он там кидается. Ну вы познакомились. Конечно, не сахар. Но дальше началось совершенно необычное. Он просит благословения. Он берет эти материалы. Он интересуется. Я не знаю, чем дальше еще это закончится. Вот недавно мы встретились, ну, мне нужно было много Евангелий. Это не один экземпляр. Я по интернету объявил. И нашелся один из сектантов, руководитель, пресвитер, говорит, я могу дать 4000. Так,
не забыть. Как к Осипу вы относитесь? Так, понимаете, это очень умный человек, но столько у него намешанного бывает. Просто вот я когда посылал это к истинному православию, он все материалы одобрил. У него хорошая проповедь, но все больше и больше у него встречается такое, которое совершенно не подтверждается Писанием. Это вот. Его книги нужны? Нет, не нужны. Никак. Мог бы дать? Нет. Ему отослали вот недавно Иван этот Суворов отвозил там к истинному православию. И как к этому человеку подойти? Мы туда приехали, в Иркутск. И вот он поднимался вверх, и пока опускался вниз, ну сколько, ну, 2 минуты говорили. С ним произошло такое перемен, это первый раз этот. Он завел нас так, вот так, он говорит, берите сколько вы везете. Вам дайте Евангелие с этим, с посланием к Римлянам. Да. Вот. Теперь, новый взрыв это вам подарить? Ну, нет, пока есть. Хорошо. А это Евангелие вы сейчас делаете. И вот что? Но у меня сейчас большинство спрашивает крупный шрифт. Хорошо. У людей он, что-то... Но заметьте, я... этот человек, сектант, у него 9 ребятишек, мы пришли, и он стал просить благословения. Я говорю, я не священник. Вечером молились, утром, и наши видели, что он уже перекрестился. Это Бог открывает человеку. Это абсолютно невозможно, такая крепость. Так, открой, Николай, и достать там Новый Завет. Эти, Евангелие. Последнее. Ну, я, конечно, считал, что они поразили. Главная тема – это священство и церковь. Вот чего не хватает. И это все остальное будем по-человечески. Это от Иоанна? Да, от Иоанна. Теперь стали выпускать от Иоанна вместе с римлянам. Коробку, да? Да, коробка. Там 2 коробки мы взяли, одну можно отдать. Мы как раз к месту пришли, и к месту отдадим. Типографию заснять. Типография работает, заснять можно. Фу, обязательно даже. Так, подождите, да. Без меня не ходите. Николай, принесешь-то, а куда поставить ящик? Сергей, где? Сергей, не трогай, уйди сюда, Николай, помоги. А мы пошли типографию смотреть, чтобы время не затратить. Пойдемте, покажите. А? Да там свои... Сережа, ну да ладно, пойдем вокруг. Собака очень серьезная. Антоха слышит, ему говорить надо. А вы откуда? Мы с Барнаула. Да. Казачий обход? Нет. Казачий обход? Нет. Мы не крушители, мы не ломаем ничего. Мы евангельские христиане православные. А вы евангельские православные христиане? Да. Слава Богу за вас. Вы за мальчик, да? Это православные христианеры едут. Нам нужно увидеть. Сейчас. Мы пригласительные дадим. Мы ехали, просто удивились. Подождите минут 20. Может, нет, это для нас много. Сейчас, я позвоню. Позвоните, если насколько возможно. Как вы говорите, православный сын? Православный сын, кстати. Давай. Давай. Кого? Да? А вы к ним относитесь или никак? Здравствуйте, а кто спрашивает? Так, спрашивай. Да, да, да. А у вас есть? Так, визиточки. Возьмите. Православный. Как, пешком, да? Нет, мы на газели, он у нас. На газели, а? Да. А что, где церковь? А? Церковь, где будет открывать? Мы не будем здесь организовать. Мы просто дарим в библиотеке книги различные наши православные. У нас просто миссия, да? Да, миссия. Мы сами откуда? Барнаул. Барнаул. Так что, вам не нужно? Нет, да зачем? Мы же... Ну вы-то что исповедуете? Мы там исповедуем Христа, я думаю. Распятого, воскресшего и вновь грядущего. А вы все сюда. Что же, и жизнь во Христе, чтобы человек был измененный, да? Да. Мы ищем людей, которые желают платить.
же близкие отношения. Мы... Очень близкие отношения у нас с пятидесятниками, с баптистами. У нас очень необычно, считаем протестантами православными. Я вот за православие, вот это... Да, Журавлев такой, Журавлев Сергей. Кто такой? Сергей Журавлев. А вы его знаете? Ну, я его лично не знаю, я слышал его. Бывший священник православный перешел, он там называется обновление церковь. Ну, как относитесь к тому, что он перешел? Ну, не приходит, он зря там относился к нему. Нет, а вы едете? Нет. С какой у вас цель какая? Цель такая, что людям дать знать о Христе. Цель такая, что люди... Господь сказал, если после молитвы проходите Евангелие, здесь молитвы. А вот кто будет веровать и креститься после молитвы? А вот ваше мнение, не православие, да? Ваше мнение по поводу того, что вот Матрёну возили, мощи Матрёны. Вас интересует мое мнение? Да, да. И вы на него опираться будете? Нет, мне просто ваше мнение интересно. Как знаете, это вот не я опираюсь меня удивляет на то, что Божие. Я вам дал, вы не взяли. А вот зайдете на сайт, здесь как раз и есть. Нигде такого не найдете, как на этом сайте у меня. А с сайта легко перейти на форум. Это наибольшего кощунства придумать нельзя. Все мощи должны быть захоронены. И те, которые вы капают дело, должны быть отпущены от церкви. И у меня на основании жития святых все это доказано. А вы отопрекаете. Это вам такое будет, вам будет дано такое оружие, которое в руках не держали. Мир вам, братья! Нет, я говорю, вы увидите, что мы стоим на той позиции, на которой даже вы не стоим. Насколько мы дальше. Мир и благодать нам дал. Что они, это кощунство, что это режут, возят. Это абсолютно недопустимо. Это у меня доказано на основании православной литературы. Прах? Ну все, зачем возить? Не-не-нет, я не про это говорю. Вы говорите, я доказываю на основании... На основании жития святых. Это 1170 биографий. Жития святых зачем? Нам надо доказывать на основании жития Иисуса Христа. Писание же богодухновенно, а не жития святых. Ребята, так нельзя вы посмотреть. Не, мы смотрим. Когда Христос разговаривал с Саддукеями, а Саддукеи ничего кроме пяти книжек Моисея не признают. Христос не стал спорить. На основании пяти книжек и стал, а как же он сказал, Бог не мертвый, Бог живый. Так что приходится, ну раз как Павел сказал, критяне всегда живые. А что, на эффекте-то обращаются? Это не мешает стать. Ну, видите, понимаете, вам надо доказывать то, что вы доказываете людям, которые сегодня идут и поклоняются иконам, которые занимаются идолопоклонством. Не иконами. Вы говорите о мощах сейчас. Нет, я обо всем, потому что это одно и то же. Это не одно и то же. Одно и то же. Ну, почему такое у вас понятие? Мощи икона одно и то же. Вы что, здоровье? Ну как? Да просим. Ну скажите, ну какое же ваше знание? Икона это изображение рисунка. Это же человек. Ну да, который ставит свечки. Может, кладбище Богу принадлежит. Никто не имеет права выкапывать. Нет, а иконы. Я вам отвечаю о мощах сначала. Не, ну мы поняли о мощах. А еще поняли. А иконы. Я говорю, понял, что из праха взял все и надо захоронить это кощунство. Нет, а теперь о иконах. Потому что сегодня я понимаю... Все мощи должны быть изъяты и похоронены с честью. А иконы? Что значит иконы? Ну, иконы вот изображение, вы например, как относитесь? Извини, вам, но... которым ставят свечечки, например, изображение. Желательно, я могу. Один. Так, ну, давайте, не мешался. Ну, давайте. Давайте, что в иконах знаете из Священного Писания? Говорим только по Библии 66 канонических книг. Что в Библии сказано об иконах? Братья, есть какие-то сложности? Да, сложности никаких нет. Вы можете не пообщаться? Ну, да, нам из Барнаула уточняют. Классно, слава Богу. Изображение. Вообще, какие сложности? Слава Богу, поскольку. Делить же ничего не будем. Вы Библию когда считаете, вы мне... Покажите мне Библию. Вы даете толкование свое ему? Или кто-то до вас давал такое? Нет, это заповедь Божия. Я просто объясняю. А откуда иконы пошли? Сейчас, скажите. Подождите. Слово «экон» по-гречески означает «изображение». Другого толкования вообще нет. Зачем нам эти разговоры, Ваня? Только до конца, чтобы был разговор доведен. Заметьте. И когда считаем исход 20 главы 4 стих, он говорит, не сделай никакого изображения, ни того, что на небе внизу, что ниже земли. Вот я веду занятия, я в разных университетах преподаю, там радиопередачи. Я спрашиваю на карте, скажите, что на небе вверху? Не сделай. Ну, надо узнать сначала, чего не сделай. Давай пишем. Облака, дождь, луна, солнце, звезды, ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, Бог Саваоф, Троица. Все, все. Чего нельзя делать? Не того, что на небе. Но мы должны перечислить двоеточие, воткнуть и поставить. Я спрашиваю, чего нельзя делать? И вот тут начинается путаница. Одно Бог не разрешает, а в 25 главе говорит, сделай изображение того, что вверху. Как это так?
Это один и тот же Бог. Бог не забывает, что он еще раз сказал. Понятно? Значит, с этим надо разобраться, с чего нельзя делать. Одно уводит от Бога, ложное божество, другое, которое приближает. Слово изображение. Вот мы открываем 41 главу. У меня последний вопрос. Я не ответил. Нет, ладно, я как бы... Меня, да. Вы как раз и говорите, что... Меня, нет, я не понимаю... Я ответ не дал. Я сейчас скажу. Сейчас Сергей. Я отвечаю. 41 глава, книга пророка Иезекииля. Я сначала здесь спрашиваю так, скажите, вы верите всему Писанию? Да, верю. А Христос приходил в какой храм? Ну как, Соломон построил? Да Соломонов разрушен. 4 книга Царств, 25 глава. Навуходоносор разрушил. А этот храм как назывался? Зарававелев. Это второй храм Соломонов. А его устройство было по повелению Божию, 41 глава, и сделай изображение от пола до потолка. А зачем вы снимаете? От пола до потолка. Мы делаем изображение. Нет, запрета такого нет. Не, это что, это потом будет показано, так что беседа. Не, просто я хочу вас попросить, вас как зовут? Вы здесь из Старшего? Игнатий Тихонович. Я вас попрошу, пожалуйста, давайте мы дискуссии сейчас проводить не будем. Меня спросили, я даю, не дискуссия. Почему спросили, ну... Меня спросил Иван, я отвечаю. Дискуссии нет никакой. Ну, зачем нам снимать на камеру эти вещи? Зачем? А что, если вы не преступник? Так при чем тут? В том-то и дело. А зачем? Зачем? Да не надо говорить зачем. Это полная свобода. Здесь запрета нигде нет. Я в своей стране нахожусь. Да, мы вас попросим просто сейчас, чтобы вы здесь не эти вопросы не проводили. Пожалуйста, да не вопросы, проходите, евангелизируйте. Проходите, пожалуйста. Проходите, пожалуйста, евангелизируйте. Я отвечаю руководителю, на его вопрос он не может уже выслушать даже. Это сатана вас слушает. Ну, заметьте, 41 главе Иезекииля говорит, сделай изображение весны. От пола до потолка, внутри изображения. Это был идол. Да зачем? Зачем? Смысл какой? Смысл какой? Вы хотите нам что-то доказать? В этот храм пришел Христос. Нет, я уже... Вы поняли? Вопрос... Христос пришел в храм, в котором были всюду и везде изображения от пола до потолка. Свободного места не было. И Христос, слушайте внимательно, и Господь Христос сказал «Дом мой», не сказал «Это дом Хананеев». И он дома молитвы наречется, вот мы свои торговли сделали его вертепом разбойником. А изображения были на храме. Изображения всюду были. 41 глава. И заметьте, в день Пятидесятницы был святой святой учеников. 2 глава день апостолов. Ну ладно, я не объект для того, чтобы мне его давайте снимите меня сейчас, я задам вопрос, а потом его опубликуете. Скажите мне, вы рождены свыше? Обязательно. Я рожден как свыше. Как это проявляется? 27 сентября 1962 года. Как это проявляется? В 50. Ну все, все, спасибо. Спасибо. Храни вас. Так, вопросы еще какие есть? Нет, больше нет вопросов. Там есть много неспасенных людей. Проповедуйте им Евангелие, пожалуйста. Если к вам приедете, мы вас примем. Снимите меня на камеру. Нет, у вас просто не шел. Ну, все, спасибо. Снимите меня на камеру. Вы поняли, что иконы идолы – это... У меня был вопрос. Я выслушал ваше мнение. Все, после дня 50, то есть иконы, они шли в храм молитвы, которые полные иконы были. Все, спасибо. Слава Богу. Подождите, я бегу и уберу. Да, нет, нахуй, не тревожите. Где-то так, чтобы присесть. Проходите. А вы кто будете, откуда? Я все вам покажу документы. Пойдем. Ну, чтобы понять, что за книги, я покажу Шишковка. Ну, вам это известно, Барнаульская, краевая. Посмотрите. Книги непростые, это 750 страниц, 64 страницы святых фотографий. Книги посланы Медведеву Путину, видели в библиотеке. Это вообще Кириллом. Вот покажу, вот какие библиотеки, посмотрите. Вот каменная Оби библиотека, прошу, сам видно-то. А другие не могли купить, вот библиотеки, которые присылали. Вот газета «Алтайская правда». Ну, видно, отрезок. А вот я сижу, об этой книге говорится. Посмотрите. Почитайте. Так, если мы с вами сейчас полюбим друг друга,
но я вам подарю книги эти, а вам нужно будет расписаться и поставить печать. Вот такого печать содержания. Нам надо библиотеку. Посмотрите, посчитайте. Это надо нам в библиотеку съездить. Что-то надо сделать, потому что это не каждый день. Что эти книги известные, и они в интернете, это понятно. Мы считаем, что в библиотеке совершенно другой статус будет, когда получают наши книги. Это Шалаболиха, допустим, Мамонтова, где мы были, пришлось подарить. Вот посмотрите, как это нам сделать лучше. А после этого мы пройдем по деревне, по селу, и каждому, где мы зайдем, подарим вот такой вот, считайте. К вам направим людей. Угу. Потому что центр, даже это не администрация, каждое село библиотека. Я как работник, я знаю. Я с вами согласна. Я, видите, в разных университетах преподавал, по радио, и я знаю. Библиотека – это центр всего. Людей отучили от библиотеки, люди не считают ничего. В телевизор, а там ничего нет. Интернет, они с ума сходят от этих игр. Нет, знаете, у нас наоборот. Вы себе возьмите одну, чтобы вы знали, что. Люди читают, но только просто у нас финансирование очень плохое. Ну а литература на эту тему спрашивается. Видите, сколько вот разных этих я проехал, 56-й, вот тут такие села, просто, это 57-е село мы заезжаем. Купить не могут, не финансируют, и мы решили, мы верующие христиане. Хорошее дело. Вот посмотрите, делайте. Даже какие библиотеки, чтобы вам понятно было. Это никакая не экстремистская литература, а все на основании Слова Божия. Вот мы строим с нуля деревню. Я начальник детского лагеря. Это все показано в фотографиях. Как нас называют, искорка возрождающейся России, Мамонтовский район. Мы сейчас проезжаем дальше. А вообще-то вы откуда? А? Вообще откуда вы? Мамонтовский район, поселок Потеряевка. Да об этом писали, фильмы ставили, сколько. Первый фильм она заняла первое место в международном киноконкурсе, а второй первое место в России. Согласитесь, что это, не так. Проект написали. Если у вас объявление может быть, можете повесить, вот как начальник, а посмотрите. Все данные здесь. А у вас печать какая-нибудь есть? У нас печать, в библиотеку надо ехать. Есть печать у нас? Тут даже можно было бы так, видите, мы вас нашли. Мы, видите, в общем, надо людей нам где-то собрать. Мы к клубу призовем, когда сегодня обойдем, чтобы немножко провести беседу и сразу уезжаем в другое место. Это сегодня же? Сегодня, мы в один день. Потому что у нас, времени нет, мы собрались пока все вместе, 5 человек. В принципе, это можно не обязательно в клубе. Володя, поближе подойди, ладно. В библиотеке можно у нас собраться. Можно. Обычно мы библиотеки собирали, большие села, когда так народ сильно, это как Шарщина, это Мамонтово, это в Дом культуры называют, собирали. Здесь соберемся, сколько людей будут, я немного выступлю, скажу им, призову, чтобы знали люди Бога. У вас храм, тем более, поехали, видим, открытый. Да. У меня брат священником, так что... А нас очень просто, если у вас есть интернет, вот мои данные, вы зайдете, там сразу все... Село Ребриха, библиотека, станция Ребриха, там все это мы оставили книги. Как же нам лучше сделать-то? Как, подумайте, какой вариант? Какой вариант, чтобы людей-то пригласить? Вот сегодня, видите, время-то уже 12 часов, как вот бы собрать-то, хоть пусть немного. Мы заберемся к 3, мы на 3 начинаем. На 3 часа? На 3 часа назначим. Мне главное с вами. Ваше согласие, мы вам книги передали, вы вот расписались, видите, как это, что. От вас требуется одно, только что книги принадлежат вам и не украденные. Я расписался, дал, а у меня, как документ, что это не 2 рубля, а 12 тысяч рублей. Понятно. Мы жертвуем это все. Мы позапрошлый год пожертвовали на 1 100 000 в библиотеке. Мы просто себя обрекли. Я за компьютером провел 30 тысяч часов за 8 лет. У меня 38 книг вышло. Это не просто книги, это огромная тома, 750 страниц. Вы увидите, что у вас таких книг просто не было. Так, как же нам лучше это сделать? Так, это надо сейчас приглашение, чтобы на 3 часа приглашать. Мы сами умеем, от вас требуется только принять книги, больше ничего нет. Остальное наше. Мы сейчас пойдем по разным сторонам, сколько успеем, на 3 часа приходим, но чтобы вы были в 3 часа там. Библиотеки откроем. Люди, все, в 3 часа мы придем, выступили, сколько, и до свидания, мы уезжаем. А библиотека-то знаете где?
А мы были. Были? Были там, закрыто. Написано суббота, воскресенье, время вперед. Так-то да, работает. Да, да, да. Сейчас у нас выходные. Нам нужно, чтобы вы поверили, что мы те, за кого себя выдаем. Ну, тем понятно. Более мы не просим. Если бы ходили, просили, а то я дарю. Тут подозревать-то в чем, собственно? Понятно, понятно. Тем более, если вы войдете в интернет, тем я показываю библиотека, Краевая Шишковка, Новосибирская, Свердловская. Ну, то есть центральные библиотеки России имеют эти книги. Тираж-то маленький, 1000 экземпляров, так что мне долго шиковать не придется. Ну, понятно. Ну, тогда хорошо, так и договорились. Я так, подойду. Так, вы туда, мы сейчас туда не... К 3 часам вы туда подойдете. Полтретьего этажа. Полтретьему, чтобы... Я вам книги передаю, расписались, и все. Ну, а и народ, чтобы подошел. И народ, чтобы... кто придет, сколько. Мы тут за это не отвечаем. Бывает народ, вот небольшое село Первомайское, а народу собралось, прямо не знаю. Они к нам в деревню поехали, давай организуйте занятия. Первомайское это на Алтае? На Алтае, который Комсомольский там, это, ну, около Корчина рядом. А бывает большое село Паново, один человек пришел. Ну, один. Вообще... А рядом Подстёпное разваливается село. Ну, набилось и людей полно. Мы люди такие непредсказуемые, когда я... Не одинаковый народ, да. Так, ну все тогда, полтретьего вы будете там. Мы сейчас прямо отсюда начинаем обходить людей. Хорошо. Договорились. Договорились. Это вам оставить, какие у людей будут, скажут, нам оставили, скажу, у меня это есть. Тут все данные, телефоны, ну, все открыто здесь никак-то. Если что, какое-то сомнение возникло, ну, я еще здесь, разрешить легко. А эти в Ребрихе, они сразу зашли в интернет, зашли, так а ваши книги в библиотеках таких? А интернет сразу показал, в каких библиотеках. Книги эти в Израиле, в Америке везде разосланы, в Германии, они просто аналога не имеют. Я преподавал в разных университетах. Вы мне еще дали вот какие книги-то? Вам вот эту вот, сейчас я вам дам, вот, тогда сейчас, под кто-то. Нет, тут? Это чье-то, ну, это чей-то документ. Тогда я вам дам, вы сразу мне печать поставите и... Минутку. Я приду, я распишусь на втором. Так, посмотрите, одна или две здесь? Да. По-моему, две. Два, как... Да, все. Один вам. Один вам. То есть к вам никто не имеет никаких претензий. Я вам заранее скажу, 26-й том, один, открытым оком, 30 томов, 26-й на руки не выдавать, его сразу уводят. Это о всех писателях, о поэтах за 300 лет, ну, без Евгения Евтушенко мне бы не знать, конечно. Мне помогали самые большие люди. Вы когда посмотрите, и даже люди не верят, что это книги в сегодняшнее время. Ну, видите, что вас тут, на вас никаких обязанностей здесь, кроме того, что хранить эти книги, чтобы люди могли считать все. Обязательства это наши, мы вот отдаем, показываем, перечисляем. Это 30 томов открытым оком. Называется. Вот так. Хорошо. Все, мы ушли. До свидания. До свидания. Как? Чтобы напомнить. Не до свидания, вам, а полтретьего. Да, полтретьего. Полтретьего. Вот собачка какая, а. Алло. Начинаем работать прямо с этой улицы. Вы, наверное, идите с Игорем. Игорь, аппаратуру оставь здесь, она не нужна. Я тоже оставляю. Она не нужна. Ее могут отобрать у нас. Смотри, что... О молитве, о Слове Божьем, о молитве, о покаянии, о церковной дисциплине, о крещении, значит, об исповеди, о священстве. Все. И мало того, цветные фотографии. Раньше делали не черно-белыми. А вот как раз причащается, вот у Володи он и есть. А это мой брат. Он этот пресвитер, священник. Это у нас крещение, это мой брат, крещение преподается в озере. Вот как раз Володя, вот он и стоит здесь. Это от его крещения. Меня тоже в речке в Чумыше крестили. Здорово. Вот это вот, она меньше всего может быть востребована. Это симфония на некадаческие книги.
на количество. Я даже говорил про 26-й тонн, это вот эта вот книга. Она, это 200 поэтов России за 200 лет. Ну, как отвечает по отдельным вопросам. Допустим, ну, спрашивают, как поэты России повлияли на семейные устои. Я беру из всех 200 нужная тема, нужное стихотворение. Угу. Допустим, здесь вот открываем, чтобы понять, что это. Все книги сшиты, ни одной склеены нет. Все на одной, на все этой бумаге. Вот смотрите, вот вопрос задали, видите, особым шрифтом. Угу. Теперь, на него я даю ответ. Дальше, что об этом говорит кто? Сергей Беглов. Дальше, что об этом написано в Библии? Дальше, отвечаю снова. Кто из этих поэтов говорит здесь? Кольцов. Кольцов здесь. Дальше, что говорит Библия? Краткое содержание. На каждый вопрос 6 поэтов разные. Как отвечают? Вот смотри, какой большой. Кто? Высоцкий. Что Высоцкий об этом говорит? На эту тему, именно по тематике, не просто так, а где Высоцкий говорил о воспитании детей, да никто не скажет, он не знает просто где-то. Конкретно, что об этом написано в Библии, дальше я даю комментарий на этот, снова по Тютчев. Что об этом говорит? Слово Божие. Дальше, следующий кто говорит? Апухтин, вот такой, вот откуда идет. Следующий кто говорит? Слуцкий бес. И вот все поэты эти, вот они, каждый несколько лет жил, посмотрите. Это вот кто занимается литературой, поэзией, эта книга сразу уходит из рук. Поэтому надо, ну, просто она уходит, нет, а тираж всего тысячи. Я поэтому библиотекарь всех предупреждаю, а только на месте смотреть. Выдавай, да и смотри кто. Они не спрашивают, они под полу и уносят ее. Есть такое у нас. Это меня уже просто другие, ну, конечно, библиотекари, конечно, стали говорить. Я где-то восполнял, но вижу, у меня просто кончается нету. Допустим, вы слышали, убит был священник Александр Мень. Вот, в 20-м томе мое интервью с ним, беседы наши. Конкретно. Кого-то интересует мусульмане. Вот здесь вот 18-й том, полностью разобран Коран на основании Слова Божия Библии. Суры и аяты. И здесь ни нападок, ничего нету. На основании Слова Божия. И спрашивается, а как, ну, с ними, что теперь делать? Только любовь. Мы можем приобрести весь мир, если мы были настоящими христианами. У нас есть мощнейшее оружие, любовь, другого нет. А это вот вопросы-ответы, которые я даю, если Коран, Библия, и наши проповеди, которые в храме были. Я вот в Тюменской библиотеке, ну, только что сдала, она зашла, директор, у меня доклад по старообрядцам, у вас есть что-нибудь? Я говорю, 11-й том. Вот оно, старообрядчик. У нас пожалуйста, есть старообрядчество. Все здесь прошу, есть. Вас интересует еврейский вопрос. Евреи, как что? Видите? И все это вот у них, главное, у мусульман, зеленая, она зеленого цвета. Они открытым оком все разного цвета. Вот евреи золото любят, вот оно золото. 23-е, 24-е, 23 тома. За 3600 лет что об евреях сказано было, когда, какие политические деятели, и как это сегодня подвести конкретно. Выступление себя тут и Березовский, когда выступал, и никто даже не знает, что он выступал, что он отвечал генеральному прокурору Скуратову, оно все здесь есть. Это материал, который, ну, просто энциклопедически собранный. Тут стихотворение 300 поэтов. Я отвечаю, дальше стихотворение. И 3467 моих стихов. Они положены на музыку, многие, ну, вместе с этой. Вот, книга, это первая. Дисков у вас нет? На дисках? Ну, диски, вот чтобы на ваши стихи. Они насчитаны мною, я вам дам в интернете все. В интернете? Все. Вот, видите. Там и это есть. Песни, ну. Оно положено на музыку. Вот человек, допустим, к вам придет, скажет, а я хотел бы услышать голос автора. Здравствуйте, проходите. Вот это вот визиточка, посмотрите, наша. Угу. Вот это я вел принятие Алтайский технический университет. Да, а вот наша. Здравствуйте, выбор, дорогие мои дети. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вот это вот наш сайт. А сегодня выход на форум. Там написано форум, сайт готов уже на форум. Угу. А в Mail.ru, если зайти, мне надо найти красивые мои. Сразу в Google выбраться. И вот, сейчас она поразит форум, и дальше сотни может страниц идти. То есть это очень-очень широко известно. Мне надо.
не наше, это Господь помог все это сделать. Это мои стихи. Вот этот трехтомник по второму изданию. И для слова Божия туз, посланное Медведеву, Путину, патриарху Кириллу. Показывали, я сам не видел, телевизор не смотрю, показали в библиотеке, у них стоят материалы эти. Это вот трехтомник. Они должны быть неразрывны. Остальные, они одна с другой не связаны. То есть они совершенно самостоятельные книги, каждая. А вот эти вот, это вместе связаны. Это Новый Завет, первый, второй, третий том. Ну вот, когда все это познакомимся, изучим, и, может быть, сделаем, не может быть, а, вероятно, вот, сделаем. Спрашивают, как назвать. Вот, вот это вот вместе все поставить на полке, 1.40 м, вам чтобы было знать, полка. Вот если корешками их поставить сюда, 1.40 м. Как назвать? Два названия. Одно название вот это открытым оком, видите, как считается, кавычки открытым и оком не вниз, а вверх, я как бы глаза людей поднимаю к небу. А второе вопрос? А последний вечер? Хорошее название. Название. Последний, я просто знаю писание на языках языка, сам занимался. Это наши девчата из старостной деревни. Значит, это преподаватель, сейчас она преподает в ВАГУ иностранный язык. Эта девушка вышла замуж, вот в нашем воспитательном лагере была. Когда вы будете считать, у меня баваринец, знаете, слышали это, мэр города, на работу опоздал, загнили-то, ты сейчас закончил. Ну, не просто. Посчитал ты, ничего не приглашает. Это я же с всеми. А конкретно, на сегодняшний день, как поступить? Вот вопрос, кстати, это вопросы, которые мне задавали. Я программу вел здесь, в Барнаульске, телевидение. Ну, не считая в Москве, это как «Эхо Москвы» из Вашингтона передачи делал. Все здесь заключено. Это вот мой брат, родной священник. Это наш детский лагерь. Здесь ниоткуда не взято, все наше, алтайское. И люди, которые смотрят, вот я остаюсь ребятишком, учу косить их, видите, воспитание юношества. А вот, смотри, вот я взял палку, а тут разбросанный лист. Дети должны определить по листьям, что за палка, в дерево это найти и узнать, как оно применяется и где. Я начальник детского лагеря, основатель его, 40 лет. Без помощи государства 1000 детей поднять, понимаете? Вот нынче государство пало, работать надо. Надо работать точно. Вот 40-й год я еще веду лагерь детский. А лагерь у вас только в летний период действует? Ну да, мы открыли еще 12 и до 3 августа. Ну хорошо. А как это самое, детей каких берете, что? Ну, назначаем, говорится, встречи. Сначала печатают, вот «Алтайская правда» нынче напечатал, «Свободный курс», все помогают бесплатно. А потом у памятника Пушкина собираемся, я смотрю, ребенок, наш ребенок был верующий, хотя немного. Здравствуйте. Если ребенок не верующий, мы не возьмем, зачем ему лето портить? Родители. А может быть он это... А, там мы будем учить, но если совсем он не верующий, никак. Ну, понятно. Вот у нас в Старообрядческой церкви там тоже... Далеко? Да нет, так-то она не далеко. Надо тоже съездить, сфотографировать. Вот там у них тоже уже несколько лет вот действует этот... Это вот наши лагерь. Ребятишки, видите, показывают. Да, Тихо, а где Старообрядческий? Старообрядческая церковь? Да. Так, как бы вам рассказать? Это на выезде, да? На нет, нет, нет. Это на улицу Советская. Это мой брат священник, только вот что из воды вылез, у него вода, видишь, мокрая, влезла с тобой, крестил. Это на кухне, летняя кухня, готовит. Русская пища, вот приезжаете, вот милицию приезжаете, там вот большой магазин «Экспресс». Это вы скажете, вот, да, вот, да, а вот как прямо едете туда. Вот у меня. Это русская улица, по ней вот так. Пока ты возьми, мне-то сделай что-то. На мой это. Сейчас. Девушка принимает крещение. Это мой брат стоит в воде. Это из Тулы приехал отец Иоанн Суворов. Очень известный священник. Видите, вот, допустим, у вас баптисты, там, какие пятидесятники, как с ними беседовать? У нас Йогова. Йогова. Вот, пожалуйста, второй том. Это как беседовать с сектантами. Вот вопрос, не то, что там они хорошие, не об этом речь идет. Как именно на их вопросы отвечать? Вот все здесь есть. Люди решили здесь у вас, ну надо же собираться вместе, беседовать. Как вести занятия? Третий том. Здесь сразу видите, поставьте. Вот вы меня... Вот видите? Это вот как-то черкните. Вот, как? Вот здесь, вот, здесь-то у вас нигде ничего не сказано, чтобы вот, когда я вышла, открыла.
А вот сказано, меня до конца не открыли. Вопросы и ответы. Сейчас смотрим. Это вопросы и ответы. А вот сейчас будет, смотрите, пособие для изучения Евангелия. Все понятно. Вот это. На дому собираются люди, там показано, как считать Евангелие, как отвечать. 10 человек будут, кто, ну, если может, то батюшку из церкви пригласить, чтобы он вместе участвовал. Образуется особая группа, это люди как одна семья живут. Это необходимо. Вот сейчас патриарх Кирилл выступал и говорил, что люди разобщенные, вы приглашаете друг друга, подойти к батюшке, скажите, хотим вместе чаю попить, там по-другому. Нет, мы с батюшкой как-то у нас это самое, вот налаженное отношение, он приходит, встречаемся. Вот это симфония на житие святых, это тоже впервые создано, но ее не было. Вот сейчас есть священник, этот епископ Максим. Наш здесь. Барнаульский. Барнаульский. Вот по его благословению Максиму. У нас были стихи, два епископа благословляют это, эти ходы. По одному признаку можно найти святого, кто такой. Вот что тут здесь? Вот, понуждать, послушание, у какого было. Ты знаешь, я знаю, что этот человек слушался, а кто он такой? Ага, послушание, как начал, что? Второй, третий, ага, нашел. Кто? Павел Белозерский. Хотел поститься, через 2-3 дня вкушать, но настоятель сказал, ешь каждый день, ну, понемногу. И ты сразу, а он когда и какого числа, ты его сразу нашел. То есть по одному событию из жизни можно найти человека. Это тоже, ну, она просто ее нету. Она одна. Вот. Вот это 30-й том, они так и стоят. Открытым оком 30-й том. Вот, вот это вот издание открыл, но вот. Ага. Вот. Я сам делал набор, сам занимался компьютерной версткой. Провел больше 30 тысяч часов за издание. Ну, это, конечно, это любая библиотека, если украшена может. Когда все это расставите, и вы все это увидите. Тем более читатели, которые будут читать, они будут говорить, спросите, а о чем здесь, чтобы вам уже, ну, себе составить каталог. Ну, это у меня голубятня, как раз была радуга, и сфотографировали. Эти как. Это в Барнауле такая плетенка сделана, там где Комсомольский проспект. Брат один подошел. Это какой район у вас? Мамонтовский. Катериевка, да, село? А то все есть. Вот как мы основывали деревню с нуля, как противодействовали. А вот, вот это вот до слова Божьего. Все это такое снимаете. Вот, второе издание тут посланное. Видеокамера. Видеокамера. На одном дыхании считается. Моя биография. Здесь начинает, да. У меня биография, она очень сложная. Я сидел несколько раз за Слово Божие, как сказать, запрещенный. За Слово Божие. Там говорится, а суд идет. И на магнитофон было записано, в Париже отпечатано, потом прислали газеты, я все перепечатал, все здесь. Ну, вот здесь вы откроете, вот посмотрите. Сейчас я открою. Вот, видите, мы с Бавариным стоим. Он передает, я 12 лет вел суд, когда освободился. И он передает два дома мне в пользование. Ну, деревянное здание. Процесс 11 лет шел суд, я его выиграл, я реабилитирован, я незаконно был, страдал. А теперь надо вернуть, что у меня изъяли, фонотеку начитанную, 50 книг аудио озвучил. Это было изъято. Ну и поэтому. А это вот она с фильмом, маленький кинорежиссер. Какие фильмы? Ну, один фильм занял первое место на международном киноконкурсе. Это, ну, не на дороге валяется. Ну, конечно. При всем желании. Вот Евдокимов, известный человек, артист, о нем сняли фильм. Сняли, он никакое место не занял. Отпустила администрация денег, там 15, допустим, миллионов. Сняли, показали, его нигде никто ничего не знает. Это присваивает жюри международное. Нас назвали «Искорка возрождающейся России», там мне 12 лет. Это брат старший. Это в детском лагере. Вот видите, подарки пришли, смотрите, видите, как все. Натягивали палатки. Здесь все конкретно. Смотрите, в храме. А то у нас Потеряевки. А вот ласточкины гнезда в храме прямо на сверху икон. Мы молимся, а ласточки летают на батюшку, села Синочка. Вот это у нас свадьба играет. Вот. А этот вот человек как раз погиб, его кришнаи тут писали, сколько голову отрезал. Это мой. Можно проходить. Здравствуйте. Духовный сын обратился. Это двоюродный племянник Суслова, главный идеолог страны. Это очень большой человек. Вот такая беда была, это в Туре. А это вот я был в Нью-Йорке.
митрополит Виталий Илларион, он сейчас первый иерарх. А это отец Глеб Иконин, он 7 лет сидел политзаключенный. Это нас освободили, так, 210 человек одновременно по указу Президиума Верховного Совета СССР за подписью Горбачева. А это у нас по кухне вышел, вот этого. Она 13 лет отдала лагерю Наталье, дети стоят за щеку, зацепились. Видите как? Так эта фотовыставка прошла по Америке два раза, да там смотрится, какие глаза, как дети смотрят. Это Новая Россия, эта выставка была в Австралии, в Америке два раза. Притом, если взять, ничего нет, просто мы любим Господа. Это корреспонденты приехали, вот я даю интервью. Газета «Свет Октября», «Мама до света», вот написано. А вот выставку заказать вот нельзя у вас? Как-то связаться с вами, чтобы... Нет, это, понимаете, выставка фотографий, угу. Это с батюшкой. Батюшка. Она у него. Ну, а тут наши телефоны, это все даются. А может быть, мы через нашу церковь как-то вот они... Не знаю как, но факт то, что у него все это. Угу. Он ездит. Угу. У меня книги, а у него фотографии. Угу, хорошо. Это можно договориться. Это ведь архиерея благословляет. А это вот Зоя Крахмальникова, она как раз в Искане отбывала, писательница, диссидентка. Это она у меня интервью брала для «Голоса Америки». А это такое сооружение у меня там сделано, балерина называется. Сокращенно, башня, летняя резиденция Игнатия Начальника, балерина. А, как? Такая аббревиатура. Я хотела спросить, почему балерина? Балерина, она такая из кривого сделана. Вот Игорь как раз, он сурдопереводчик, вот он сидит. Это глухонемые. Вот он, посмотрите. И он в храме как раз показывает, что священник проповедует. Это мой отец и мама. А отцу на фронте вот так руку оторвало, почти выше локтя. Ну, еще двумя руками. А это я в АГУ вел занятия много лет, а потом в ЭГТУ 18 лет. Я в 5 университетах преподавание вел. Во всех отделах милиции, городском, краевом УВД. Это просто Бог делает так. Это первый дом, который по Теряевке ставили вот, в 91 году. Еще это с 91 года у вас? Да. Деревня, она исчезла в 72 году, а 91. А, это заново возродили? Заново. Потому что в то время уже 360 сел на Алтае исчезли полностью. В стране 17 тысяч сел погибло. Вот есть такой депутат Нина Данилова, слышали? Слышали, знаю. Вот она хорошее выступление сказала. Это ректор АГТУ Евсигнеев. Это очень известный доктор технических наук академии. Выступлю, кое-что вам скажу. Это наши дети вышли от школы сидят из храма. Видите как? Ну не похоже, как сегодня люди одеваются и вот это. Сегодняшний день. Вот сюда садитесь. Это причащается в храме. Кто был в храме, тот знает, как это причащается. Игнатий Иванович, пропустите. Пожалуйста. Ну, можете прямо туда сесть. Так, я попрошу вас сюда пройти. Уже третий, четвертый час. Проходите, потом вот здесь. Это книга 40 лет, я сюда потерял. Мы приехали к вам из Мамонтовского района. Как он? Мамонтовский. Да. Мы с нуля строим там деревню православную. Я уже говорил немного тут, ну, только слышал. Поселиться может тот, кто докажет. А как это проверить? Ну, у нас есть способы проверить. Бывает обманет человек. Обманет, в скором времени у него проявится, пить начинает, он съезжает. Он не будет. Не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И тогда мы с ним разговариваем. У нас все с бородами, видите, вот как, у нас не принято. Так же раньше жили. Все рубашка на выпуск под поясок. И ребятишки в деревне все так ходят. Вот, ну, деревня-то это была бы деревня какая-то, там 10 дворов. Но эта деревня, она на карте теперь занесенная. И мы можем сказать, что в настоящее время можно вот этом раздрае, развале начинать работать со Христом. Когда ты веришь в Бога. Людям нужен Христос, люди Бога не знают. И поэтому они куда угодно мыкаются. Вот сейчас говорят, Иеговы, там, светили Иеговы. Это наши граждане. Ну, по нашим православным меркам, они даже не еретики, а хуже намного дальше. Еретики те, у которых у них, ну, не церковное учение, у них Библия есть. Они очень хорошие люди. Вот со мной в лагере два иеговиста было. Прекрасные ребята. Но... Они понимают все по-другому. Христа за Бога они не признают.
А мы верим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Они это никогда не скажут. Церковь там, где есть священник. Вот мы слышали, у вас есть старообрядцы. У них есть священник. Это настоящая церковь. Только они держатся, как князь Владимир крестил. А эта церковь держится так, как Серафим Саровский. Но оба святые. Тут спорить-то не о чем. Все остальное, посты, все одинаковое. И вообще не о чем даже разговаривать-то. Нам нужно знать Евангелие. И по Евангелию жить, и людям идти и возвещать. Мы зачем приехали? Потому что Евангелие говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Не все знают, что есть Слово Божие. У вас Евангелие-то у всех дома есть? У меня есть. Есть? Да. Ну, это в церкви сейчас тем более продают Евангелие, но Новые Заветы. Где бывает нет, мы даже привезли, я не знаю, еще первое ваше село там завалено. Взяли с собой. На нашу землю 2000 лет назад пришел Сын Божий. Это любовь Божия. И Он отдал самое ценное, Бог Отец Сына Своего, который умер за нас. Это основа основ. И говорят, чего не хватает людям? Почему же так вот между собой, как дети не слушаются родителей, муж с женой, Христа не хватает? Где Христос, там мир и любовь. Там нет страха. Ну вот я прошел, это моя биография, ее нельзя повторить, как у Солженицына. Ну, искусственно ее нельзя составить. И Бог дал торжественно пройти, ни от чего не отрежься, с именем Христовым. Без Бога я был в первый же год погиб, это невозможно. Нам давали бессрочная статья, заканчивается, там снова накручивают, и так сиди, и никогда не выйдешь оттуда. Но Бог делает так, что смягчает сердца людей, начальствующих, и ты идешь и молишься. Я открыто молился всегда. Где бы это ни было. Мы поверили, вот находящиеся здесь люди, это разные. В основном они пришли через университет. Я преподавал в АГУ, в АГТУ, там, в медицинские, ну, во всех почти университетах. И люди приходили, слушали, потом покаялись, приняли крещение. Вот с кем бы приехали. А какой молитвой Иисуса вы молились? Так. Подойди поближе-ка. Какой молитвой вы молились? Молитва одна. Иисус. Если ты не знаешь. Отче наш... Это самое. Простая, еще короче молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот и знать. Не знаешь это, скажи, Господи, помилуй. Вторая молитва. Господи, благодарю Тебя. Благодарю ночь. И третья молитва. Господи, слава Тебе. Первая просительная. Вторая благодарение. И третья ступень ангельская. Ничего мне не надо. Я просто славлю Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Это православие в этом и заключается. Православие это не то, что люди думают, вот крест, храм, его может и не быть, завтра разрушит. Вера в Бога, что Он послал Сына. И Он посылает Духа Святого, который утешает, наставляет и благословляет. Вот старый человек разговаривает, а я никому не нужен, дети выросли, меня... Ну, в основном это все. Бабушка сидит одна, бросили. Вот я сижу, доживаю, смерть жду. Для верующих такие разговоры не годятся. Бог дал тебе опыт, дал жизнь. Ты должна трудиться. А что я могу сделать? Баба, ты почему днем спишь? Ты не спи днем. Ты копайся, делай. Ночью стой на молитве. Сократи свой сон. Какой же ты имеешь право валяться, как мертвый? Я со стариками строго разговариваю, потому что я тоже не молодой. Вот 10 июня мне 73 года исполнилось. 73 года, говорится, не 25. Я на своем опыте показываю, на опыте жизни, что необходимо молиться не меньше 7 раз в день становиться на молитву. А о чем молиться? Ты не знаешь. Вот ты идешь, а тут полиция рядом. Господи, соделай так, чтобы стражи порядка смотрели правильно, не обижали людей они. Положи им на сердце бояться тебя, Господи. Ну ты можешь сказать, фамилию не надо, их даже не знаешь. Ну главу администрации узнай. Ну, ты знаешь, что Путин президент, его звать Владимир. Молись, Господи, дай ему страх твой, чтобы народ этот не погибал раньше времени. Он за все будет отвечать. Господи, умудри его. На него столько покушений уже, даже нам не сообщают. Там Медведев, премьер-министр, ты знаешь, как звать его, Дмитрий Анатольевич. И Дмитрий, Господи, приведи к познанию истины, чтобы не просто он стоял в храме, крестился. Мы не знаем, для чего он крестится. Но чтобы дай ему святую веру в тебя, чтобы он жил с тобой во Христе. Ты молись за всех, за патриарха Кирилла. Сколько на него сейчас всякого поклепа идет и в газетах, и везде. Он призывает к этому. Епископ Максим, ты ну, не знаешь, ну запомни как-нибудь. Батюшку узнай как. Ходи в храм и благодари Бога. Научись не стонать. Вот это вот у русских сегодня все недовольство какое-то, это не годится.
Вот что, а ты на пенсии, а сколько получаешь, а чем болеешь? Ничем не болею. Как не болеешь? Я за всю жизнь ни одной таблетки не съел. Так ты не болеешь, я не болею. Как? Ну я не могу ходить, это не болезнь, это нормальная старческая, это, ну, устает организм. Никакой болезни у меня нет. Я не слышу, так это хорошо, я не вступаю в разговоры, я сижу, больше копаюсь этим, мне просто приятно. Плохо вижу, так я не рассмотрел, что она голая идет-то. А я говорю, какое длинное платье у нее. А она говорит, она совсем без платья идет-то. Понимаешь? И мне тоже это на благо. И смеются надо мной, а мне нужды никакой нет. Ты научись жить красиво и интересно в бедности. Никому не завидуй, не ревнуй, не злись. И вот тебе и здоровье уже наполовину прибавилось. А то сегодня же, понимаете, там 80-90% от нервных средств. Когда там не так, ну не так пришел муж, ну что я буду делать? Он нашел там теперь другой закон. Ну тебе охота одной жить живет, но ты имеешь право, он изменяет. А как я? Ну прости ему, мусульманин 4 жены, вот твое только 2. Ну что ты умираешь-то? Вот уж приватизировала его теперь. Ну что ты его под каблуком держишь? Он неверующий. Придет время, он раскается. Если он Христа примет в свое сердце, будет по-другому, он поймет, какую нежную голубку дал ему Бог, что она не бросила его. И он будет головой об землю биться, говорит, рогами копать землю. Господи, как я издевался, жизнь ее сокращал. Я свидетель этому. Я это видел все. Почему? Потому что ты с Богом, и таких людей Бог будет посылать. Вот, ну я какой? Да я никакой. А у меня друзья какие? Мэр города, там, прокурор края. Был пороскун, все приезжают домой, они стараются помочь. Вот бывали, он ко мне постоянно заезжал. Почему? Ну, конечно, он любит голубей, я голубей, но не из-за голубей. Мы там разные директора заводов, там, я уже не знаю, там главный банкир этот Песоцкий, Сбербанк. Он ко мне приезжает, спонсоры, помогают книги издать, президенты разных компаний. А я их глаза не видел, и по интернету, я в интернете работаю. Почему? Христос побуждает. И у меня ни одна копейка нигде не сохранится. На мне все, и все чужое. Это на деле кто-то купили. Я живу нарочно. Но все понимают, это счастье. Счастье жить не для себя, а для Бога, с Богом. Просто надо научиться ценить эту коротенькую, маленькую жизнь. Бог дал мир наполнен такой красотой. Вот это растение, как оно из земли такое. Ты поудивляйся немного. Каждая птичка себя защищает. Господи, как дивно все. А я какой, как у меня все шевелится, какие сочленения. И я на отца похож. Почему? Понимаешь, ласка родных, друзей, это от тебя. Ты расположил их ко мне. Это воля твоя. Господи, слава тебе. Ты наполни уста непрерывным благоуханием благодарности. И никогда не будь недовольным. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, Павел говорит. Довольствуйся тем, что есть. Вот я дал, она согласилась. Я, какой хороший библиотекарь здесь. Она, я даю и я благодарю, что такой хороший. Она не стала ничего-то. Я показал документы, там краевая библиотека. И она пришла вовремя. Я теперь думаю, а теперь она будет говорить, люди будут читать, люди другие будут. Так она у нас правда очень хорошая. Я живу как бы в другом мире. Потому что Бог делает так, добрых людей почему-то на меня все время посылает. Вот только приехали, прошли, ну бывает там такие есть вот на станции Рибриха там выходит, да пошли вы отсюда, ходите, а здесь все принимают, залез там, где мы были, народ такой спокойный. Бывают такие собаки, там не зайдешь во двор, а тут такие собаки какие-то, маленько потявкали, ни одной собаки нет, чтобы бросилась. А вот такие вот волкодавы были, где-то мы были, я не знаю, Буканки или где, там чуть сестру нашу не потеряли. Это Бог делает. Мы поехали, за нас вся церковь молится, бабушки. Вчера одна пришла. Христос впереди вас будет идти. Божья Матерь вас сзади защитит. Ангелы-хранители с боков вас будут. Мы поехали. Батюшка службу ведет. Мы зашли, он покропил нас, каждого кропила, вода течет. Вся церковь благословила и все молятся. Мы русские люди. Мы не евреи. Евреям Бог открылся. Это богоизбранный народ. Говорят, я хочу быть благословенным, чтобы все было. Я вас научу быть благословенным. В первую очередь, никогда не проклинай еврейский народ. Никогда. Обобрали, они украли, это не касается. Ты скажи, Господи, пусть они познают тебя, откройся им. Написано, благословляющий тебя благословен будет, проклинающий проклят будет, Авраам Бог сказал. И второе, платите десятину. Десятину с того, что ты зарабатываешь, отнеси в церковь.
Проклятие, вы прокляты, говорит Господь, пророк Малахии, 3 глава, что вы обкрадываете меня. Народ говорит, зачем? Десятиное приношение. Десятое, 100 рублей заработал, 10, десятое сейчас принадлежит церкви, священнику. Да за что я должен? Да она не твоя десятка, Бог ее приложил 90, чтобы ты отдал, она Божья. Она изначально не твоя. Тебе просто никто это не рассказал. Это не мне, это Бог назначил. Это вы снимаете. Всех, что ли? Общее или по одному? Мы уверовали в нашего Спасителя Христа, который принял плоть от Девы Марии. И вот мусульмане, у них хорошая вера, они друг друга дружные, но у них нет Спасителя. Буддисты, это мирные люди хорошие, но у них нет Спасителя. Спаситель, который спасает человека. А как? Ну, допустим, человек, он не у нас, а в других странах есть такой. Мы 2 брата. У меня 5 детей, а у брата молодой детей нету. Но мне за долги назначили 5 лет. А но у меня дети. Брат мой идет и говорит, я могу за него отдать. Брат. Там говорит, пожалуйста, сколько? 5 лет. Ну, 2 брата, они по 2,5 года взяли за меня. Я виновный, но я на свободе. Это образно сказать, сделал за нас Христос. Он взял наши грехи и умер на кресте за нас. А нам надо поверить в это. Ты скажи, верю, Господи, ты умер за меня. И грех мой простил. В этом весь смысл. На храме крест, на груди крест, на кладбище крест, скорая помощь крест. Это знак любви Божией, самоотвержения, полной отдачи. Научись видеть во всем крест Христов. И тогда ты поймешь, ты не сам свой. Тебя Бог создал, тебе дал веру, и ты умрешь, будешь отвечать. И там есть рай, откуда ты пойдешь? Тут все просто, вот схема-то какая. Я хочу быть в раю, на меньше я не рассчитываю. А как? Живи по заповедям, я их должен знать. Заповеди мои не тяжкие, говорит Господь. Не тяжкие, то есть, какая же тут тягость-то, жить в любви. Ну, а Господь тоже сказал, через игольное ушко только, и то не все попадают. А богатому? Он говорит, надеющимся, они ученики, когда его удивились, он говорит, трудно войти надеющемуся на богатство. Я богатый, мне все дано. Он говорит, как верблюду сквозь игольные уши. Трудно войти. Так это не только богатому, и нам. Знаете что, когда я уверовал, это было в 62-м году, 27 сентября, я работал на корабле, учился на штурмана. Мне Бог многое-многое давал, многое. Но я не знал Евангелия. В это время мне в руки попала Библия. Я понял, я грешник. Я пропал. Я спортсмен, мне много Бог дает. Я учусь на штурмана. Добился разрешения 3 курса за год сдать. На английском, немецком или французском. Я владею языками. Я понял, я ничто. Я все связал, бросил. Господи, что мне делать? Я заплакал, сказал, я погибший грешник. Христос говорит, я кровью тебя искупил. Посвяти жизнь свою мне. Я тебе людям, когда рассказываю, некоторые живут и десятину не платят церковь. А я с первого дня решил, я буду платить 9 десятин. 100 заработаю, 90 отдам на дело Божие. И вот уже 50 лет нынче будет в сентябре, я выдержал до конца этого. Поэтому я всегда работаю на 2-3 работах. Выработка у меня по тресту, первое место, я строитель. Все время разное, то переплетаю, реставратор, то что-то еще там делаю, пещи в свободное время, чтобы мне хватило на всех. У меня 10 детей, я обязан всех поднять на ноги, я себе это говорю. И можно работать, можно жить. Вот мы начали деревню с нуля. Никто не верил. Приехал первый секретарь райкома партии Куфаев, он первый заместитель был у Сурикова. И он говорит, ребята, что вы делаете? Здесь никакой инфраструктуры нету, асфальта нету, электричества нету. Ну ничего нету, с чего вы будете делать? Мы говорим одно, только не мешайте нам. Мы знаем, как делать. Он говорит, я обещаю. А потом уже приехал, когда стоят дома, скотина, храм, школа, это все своими руками. Русский человек в такие пространства освоил. А сегодня проиграли страну, пропили. Уже 25 миллионов китайцев, говорит, на Востоке, уже официально отдают в аренду земли. В прошлом году говорили, уже там концессии разные, полностью отдали 4,5 миллиона гектаров. Страна или в этой осени, или минимум через 2 года полностью делится Россия между Германией, там, Турцией. Все, уже на планах она рисуется не Россия, ее не будет. А вы как? Никак, я благодарю Бога. Я благодарю Бога, мне разницы нет никакой, долго это будет или мало. Я знаю, я русский, и у нас лозунг висит, Россия должна встать. И дети сказали, его видео, вылезли иконы.
А это я арестованный иду, это на фотографии сохранена. Это цветы летят, видите, ведут меня. Так меня в зал суда заводили 12 вооруженных воинов. Распространяли молву, нашли радиостанцию, японский шпион там. А потом все, Коль, это я в армии был еще. Это моя жена. Ну, тоже она училась еще. И он красавец тоже, сейчас немножко, чуть-чуть изменено, но главное, а вот это Потеряева, от чего деревня называется Потеряевская, и раскулачили, через 72 года они прочитали в газете и вернулись опять на 72 года не были дома. Ну, которые зажиточные были, они ни в чем не виноваты люди. Ну, у нас, да. Видите. А то вот время такое было. У нас и Сибирь такая, мало. Все на нейлонной бумаге. Да, хорошая очень бумага. Все книги сшиты, ни одной склеенной нет. Я просто... Это я. С ребятишками. В детском лагере. Катаю их. А вы какой год рождения? Чего какой? Какой год рождения у вас? 39-й, 10 июня. 35. Недавно я 73 года отметил. И вот ездим по разным деревням, будем свидетельствуем о Боге. Конь хороший был. Хороший. Тут все. Понимаете, у нас каждое воскресенье дети катаются на лошади, на лодках. Лошадей страшно. У нас было 7 лошадей, сейчас одна, все перешли. Это в каком месте? В Мамонтовский район, Кошинский сельсовет. Понял. Вот мы в 91-м году приехал брат, а в 92-м, 23 марта, уже за подписью Сурикова остановить деревню. А до этого были все против депутаты. Но наши съездили, пробились в Белый дом, у нас знакомые были там. И депутаты проголосовали дать статус. И теперь, ну, официальное электричество, школа официальная, все. Все с нуля. А сколько сейчас у населения примерно? А население, это не население, дело-то. Нет, ну все равно. Ну, смотрите, вот я в краевой администрации был, говорю, у нас правило 5. Первый человек должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. А я говорю, так у нас в краевой администрации ни одного такого не найдем. Чтобы не курил, не матерился и не воровал. Да мы все лжем здесь, статистика лжет. Я говорю, ну и вот. А учитывая то, что люди разоренные, с нуля построй дом, купи скотину, все проще. Да кто пойдет-то? И земли еще не дают. Но однако деревня состоялась, говорится. 16 дворов, да, так найти? Это вот за 8-9 лет мне удалось издать, я сам набор делал, 30 тысяч часов проработки. Когда было 62 года, мне первый раз показали, как включать его компьютер. Желание было, значит, желание получились было, да. И все у вас получается. Сейчас вы современные, да? Стали все знать. Здесь все документальное. Документы, как восстанавливалось, как шли надо мной суды, какие газеты печатали. Здесь районный Алтайский союз в разных странах, и все здесь собрано. Приходилось отбывать? А? Приходилось отбывать там? Я в 5 тюрьмах отбывал срок, а потом лагерь смерти отбывал. Меня освободили в последний раз в 87 году только. Что-то так много. За слово Божие радостно пострадать. Здесь все описано, все документы, справки, все. Какого числа кто расписался? Понятно. Я спрашиваю, как? Интересно, говорит, это не то слово, не то. Я участник, про меня написано, ну, прокурор края по раскому, генерал-лейтенант. И его тут указы, приказы, которые касаются нас Потеряевки. Потеряевки. Надо как-то заехать к вам. Посмотреть деревню. Мамонтовский район. Так, 3 часа. Если никого нет, только все узнать больше. Вот этот товарищ у нас работал в райкоме партии. А? Песоцкий. Работал у нас в райкоме партии. Здесь. Да вы что? Да. Ну вот и... Сразу нашли. Вы тут найдете знакомых, близких всех. Притом людей Вера. Этих вы увидите с другой стороны. Угу. Вот он говорит, такой, а у меня прочитает, а я говорю, документ какого числа? Это суд. А за что? За что судили-то? За слово Божие. Я издал «Жития святых» Иоанна Златоуста и брал интервью репрессированных. И насчитал и распространил архипелаг ГУЛАГ. Это в 86-м году? Да, в 86-м году у меня последний раз арестовали.
Да. Ну тут все сказано. Какого числа, как брали меня на работе. Ну вот это снимок. И как процесс, что выступает судья, прокурор. Посмотрите здесь, вот, что покажу. Ну, здесь не о том, что человек верит, не верит, но это так. Она сразу в глаза бросится. Вот Москва, тут ходатайства какие были, показания свидетелей, какого числа, какой лист бумаги. Ну все. Вот свидетели, кто выступает, судья говорит. Дальше свидетели. Это все тайно записали, отослали в Париж, а там в газете напечатано. Потом газету прислали, с нее я спечатал. Здесь дословно до вздоха. Вот Александр Мень, священник, здорово-то зарубили, убили-то. Здесь интервью, наши беседы с ним, их сегодня за миллиарды долларов не купишь. Почему? А его нету. Здесь Коран весь, суры и аяты, на основании Слова Божия рассматривается. Видите, все, откуда взято, какое, все, от энциклопедии, ну, конечно, материалы очень редкие. Ну что? Судья что говорит, прокурор говорит, что отвечаю я, какие люди. Все абсолютно, до вздоха. Как он прерывает, допустим, я говорю, мне делают замечание, так все и напечатано. А вот эта точка, это означает, запись не могли разобрать, что там говорится. Записывали это тайно из-под полы. 86-й год. Даже не поверится, что в те годы уже... Я убеждать вот... я никого не буду. Нет, это... Я не против, я не... Не поверится. Когда нас много еще мы не верим. Да. Во всей стране нас было освобождать, когда в 87-м году, 15 марта, вышел указ. 210 человек были запрещены. 210. Вот это все теперь в вашей библиотеке. Мы приехали ради Христа, ради Господа, которого мы любим. Мы, вот у меня я показывал, что сколько библиотеки, мы бы взяли и денег нет, они финансируют, их нету еще. Поэтому я взял на себя оброк, основные библиотеки, такие областные, краевые, районные, снабдить бесплатно отдать. То есть весь мой труд, что вот я собирал, у меня минимальная пенсия, у меня вообще ничего нету. Вот это я отдаю на 12 тысяч. Ну а каждая книга у меня в 2,5 раза дешевле ее номинальной стоимости еще. Спасибо большое, спасибо. Сейчас вот я документы заполню. Так, листик тот, я расслышу себя на вашу. Вот эту печать поставьте. Можно будет взять... Так, по 4 человека, я сейчас перед 4 немного скажу. Запишите, какая? Залесовская. Село Залесово. Заходи, давай. Пойдем вместе. Едем. Хорошая знакомая девушка. Ее парень взял будто бы за Лесово. Ее Ершова Елена. Ну, да. Где они живут? Здесь или нет? Нет, они в Новосибирске живут. А? В Новосибирске. В Новосибирске? А, я-то думал, она здесь. Мы сюда приехали. Нет, нет, они в Новосибирске живут. Она и не за Лесово, она в Новосибирске. А у меня такая почему-то информация была. Нет, они...